Косточка. Кекс. Да, подождем, сейчас кекс вернется. Так, я вижу, он вроде уже... Даже сейчас, на самом деле, вот, если проанализировать ситуацию, остается Настя и Факер против меня одного и день. Если бы они меня запилили, то, ну, выиграли бы. Да, конечно, я бежала за тобой, да? Ты меня сожрал. Да, но вы разделились, ты пошла к одному выходу, Факер к другому, и я просто сожрал тебя, а потом, ну, нагнал Факер. При том, что Факер было очень трудно догнать, вот только когда он сказал, типа, доберитесь до экзита, а там уже просто ты добегаешь и нажимаешь Е на двери 30 секунд. Только тогда я его начал видеть сквозь стены, и то только в форме. Чтобы в форму постоянно заходить, выходить, смотреть сквозь стены, это, блин, крови пришлось там набрать. То есть это не free win, но anyway... Если бы, например, шатган какой-нибудь. Так, вы что там, вы в пати или что мне сейчас делать? Да, я тебя приглашаю, Кирилл. Сейчас, подождите, у меня что-то это... Такая глупость вообще. Зависла игра, я закрыл через Ctrl-Alt-Delete и все такое. И у меня как бы она черным окном повисла такая, сверху слева. Я ничего не мог делать, да, никак не закрыть. Она подлагивает. Да, потом я, короче, начал ее перезагружать комп, вот игровой. У меня повис с синим экраном первый комп. Ну что за бред? Так, пригласи еще раз с вами, пожалуйста. Да, и меня тоже пригласили, или приглашали меня уже. Нет, наверное, еще пока. А, ну так у меня же нет фомби в друзьях. Да, да, у меня Факера нет, поэтому надо кексу. Я Факера сейчас приглашу. Да, кексу пригласить. Да ё-моё, я не могу Факера пригласить, потому что у меня язык не меняется. Хотя... Блин, у меня на 6 тысяч человек только что было, а я даже рекламу не пустил. Ты можешь нажать сам на кекса и присоединиться к игре. Сейчас так и сделаю. Если бы это работало, фак. Если бы это работало. Вот. Ну я про рекламу, если что, а не про присоединиться. Но он другую рекламу крутит. Не-не, да, я кручу. Ну, в смысле, нет, это лучший прирол, который может быть, в принципе. Это лучшее, что случалось с моим стримом за всю историю. Let's go, let's go. Мы, по-моему, не ищем игру, мы ждем. Ну, да, хост должен стартануть. Фомби хост, он сейчас скажет спасибо. А, я Фомби опять курит, по-моему. Какого курит? Я сейчас. И фоткается я это. Я знал, что я хост. Нет, не я хост, я не могу начать игру. Ну кто, у кого старт гейм? Я могу, но я не знаю, как я стал хостом. Абак, спасибо, пошел. Добро пожаловать. Да-да-да, я оказался хостом, но понятия не имел об этом, сорян. А я, ребят, чуть попозже все подписки просто. Кирилл пропал. Да я про подписки сказать, что столько людей подписалось, я их обязательно всех прочту, вот теперь и вам говорю, чтобы вы не думали, что я пропал. Спасибо. Просто я, чтобы вам не мешать, тут 4 стримера активных, 6 пассивных. Мы поняли. Не, я могу читать начать, как бы, если хотите. Да ладно, Кекс, ты самый популярный из нас, ты можешь делать все, что хочешь. Да. Да? Прям все, что хочу? Ну, вообще, да. Блин, я даже ничего придумать не могу. Блин, сидя дома, в закрытой квартире, так сложно придумать что-то, что можно делать. Раньше как бы тебе запрещали. Да, вот, ты можешь заставить остальных стримеров на улицу выйти. Там, я наконец-то смог себе поставить скилл в первый слот. На 10% быстрее двигаюсь в темноте. Кайф. Это за этих качается, кстати, быстро. Поехали. За трейдеров. Не за трейдера вообще не качается. Но трейдером падаешь, если очень, во всяком случае. Ну, хотя я уже 3 раза был. Грех жаловаться. Так, я тут арморчики забираю, патроны. Давайте соберемся где-нибудь в центре. Трекер. Ну вот мы в центре. Не, она кекс повесила. Вот я вижу. Сейчас я этот рычаг включу. Включил. Я включила рычаг еще один. Тут кровь лежит. Stay back. Еще один трекер, но я не хочу брать. Илья, ты обратил внимание, как Джуз просто проигнорировал этот трекер, такой типа эту комнату, такой. В смысле проигнорировал? Как-то вот. Ну, так, ну, все... Кекс, я вообще. У меня на мне трекер, я не понимаю просто, что. Не, ну просто ты выбежал из комнаты, в которой можно ништяк подобрать. Я вот а что тикает? Я не это видел трекер на людях. Это трекер тикает. Нет, я
не стал брать второй трекер, но и один на тебя повесил. Не, я понял, я говорю про Джуса, который вышел из этой комнаты. Да я не понимаю, твое что за обоснование-то какое? Ну давайте за ним следим, вон, куда он побежал? Ничего не понимаю. Куда он побежал? Смотри. Я в большой комнате собираю лут, я не подходил к этому, к этой крови. Но кровь оправдываться начинает, так. Кирилл, так, а что ты меня обвиняешь на ровном месте? Я ничего не сделал. Я тебя не обвиняю, ты слишком сильно паникуешь. Может быть, ты все-таки что-то я сделал? Я не паникую. Просто, паникуешь. Когда на меня смотрит дуло пистолета, да? Никто на тебя не смотрел. Там какая-то тема началась, а ни у кого нету проверки. Проверки пока нету, не мошните. Так, что-то я реально тоже Джусу уже не доверяю. Проверки кстати, пока нету, не мошните, поняли, да? Я пока не доверяю Илье, который молчит, и Кириллу, который молчит. Молчу я, наоборот старался. Он не перебивает, это хороший тон называется. Я свалился. Это я кровь сосу. А если Ена? Все видели? Тут дробовик был где-то. Я на этой карте все время выход не могу найти. Очень. Блин, где-то дробовик был. Я вообще всех потерял. Ой-ой-ой, это плохо. Я могу задохнуться, ребят, сразу говорю, если буду молчать. Кирилл, как ты здесь оказался? Я думаю, что это кекс, ребят, потому что он слишком мошенник. Потому что он сказал на меня, стандартная логика виновного. Да, он хочет меня убить, а я хочу убить его. Это кекс, ребят, это стоп. Вы обратите внимание, я просто Илье сколько слов сказал. И как Джус сразу запаниковал, то есть, но ну, ни один бы невиновный повороте, так не переживал бы. Я бы себе сам не стал доверять ребятам. Блин, а ребята, они, может это кекс и Джус, может они специально такую херню начали, да, я вообще не понимаю, что они читаешь, закусили. Читаешь, брат, читаешь, это мой. Все правильно, все правильно. Слышите, через 15 секунд пойдет экшен. Не, ой, если у вас проверка есть... Вот Джус около меня носится, Настя, давай рядом встанем, он сейчас будет превращаться, если... Вот, Илья, вот стой рядом. Слушай, раз, слушай. 2, 3, 4, 5. А где шестой? Кнопку нажимаю, превращаюсь. Где фомби? Я и тут бег. Что такое? Фомби нету, Риля. Не было фомби, да? Кейк, я бы на твоем месте мне бы... В смысле? Я бегаю везде. Блин, у меня очевидно первого будут убивать, потому что я все прочитал. Я не знаю, машинит бегает против меня. Я от вас убегаю, а вы впятером за мной забегаете. Я ж не могу при вас превращаться. Я готова. Возле какой? Я тоже возле двери стою. Мэтт, это Мэтт, твою мать, он за мной бежит. Он за мной. Нет, это Джус. Ну не знаю, я. Я хочу да фотографию. Это 100% Джус, я уже уверен. Хотя, черт возьми. Мэтт и Фомби, да? Все, я понял. Это Джус. Это был Джус. Я сбежал кто, от него чудом. Я сбежал от него. Зачем ты стреляешь меня? Кто ты? Он теперь молчит. Он теперь молчит, он фейкает, что он умер. Ну хитрый. Не ожидал такого от Джуса, что так он будет разыгрывать. Блин, у вас все скины одинаковые. Рычаг деактивирован, ну что делать? Сейчас пойдут смотреть. А, сейчас Настя под... деактивирует рычаг. Ага. Это... Она рядом со мной стоит вообще перед дверью. Ребят, это Фомби, короче, и еще кто-то. Фомби, Фомби и Илья, это понятно уже. Почему? Меня отчет! Конечно, чё? Понятно. Ай, Факер меня стреляет! Парни, это Факер! У меня патроны кончились! Он стреляет! Кто стреляет? Это Фомби, Фомби и Фим! Фомби и этот! Иду! Белый выстрел! Иду! Хорошо! Все, это я! Фомби второй, Фомби! Вот он, он тут! Да-да-да, точно! Че он убегал бы молча? Он завис. Мы бы тут выиграли, это Фомби с Ильёй, 100%. Даже я был фул в крови, я вас реально мог порешать. Я надеялся, что Джуса быстрее. Ну не было ночи, ты бы не убежал. Да убежал. Но, блин, успел убить, а вот сейчас я не понимаю момента, нас осталось 5, а голосов, чтобы убить... Почему 5? Джус умер. Я умер, да. Ну и всё. И нас четверо голосуют. Половина должна проголосовать. Я вообще 2 голоса сунули. Половина из тех, что... Нет, Кекс, остался ты, я, Настя, Фомби. И Илья. Ну, так он-то человек... лежит, он что, голосовать должен, что ли? Ты о чем? 2-2 голос. Если половина за, то он садится. Все правильно. Да 2-2, когда 2 трейтера, у нас уже неоднократно было, что 3 голоса. Да, было 3 голоса. Ну ладно, Кекс, это не спорно. Так может быть, если трейтер валит и так далее, так-то правильно, как сейчас получилось? Потому что...
тогда это палево. Нет, так не должно быть. Я вообще не спорю. Тут я, типа, залошил из-за того, что Джус увидел, как я нападаю. Но я был прям у него за спиной, он не смотрел на меня, но это превращение, блин, 30 секунд занимает. Да на Фомби просто спалился ночью, решил меня пострелять с пистолета зачем-то. Как бы положил меня и побежал коцанный довольный. Я на самом деле думал, что с пистолета можно добить. Люди говорят, что игра сырая. Так это альфа. Конечно, это... Допилят скоро, конечно. Покупайте, скоро допилят. Да-да-да, сейчас какашки лося завезут. Да не, ладно, эта игра хорошая, я серьезно, она мне очень нравится. Я предлагаю еще две карты и финал, прям, типа так, жесткий. Вообще, кстати, вот в чате пишут нормальную тему, чтобы все с разными скинами было. Было бы забавно, а то... Это да, просто три блондинки. Потому что различить можете только меня. Да. Ну, в смысле... Ну, ладно, можно еще различить Настю, потому что она с Афро бегает единственная. Да, Илью, потому что он сейчас... А под... такой, и три блондинки бегают, просто не могут понять, А, да, я тоже блондинка. Опачки, это я читал тебя, понял? Что, господи, я буду следить за тобой, Кирилл. А где тут кровь, Джус? Ты ее выпил, да, все? Да, выпил уже. Но тут камера, это говно, я не хочу ее убрать. Если хотите, берите. О, подождите. Кто за мной? Не, камера нас слепит, вроде не так уж и плохо. Взять не камера. Это вот этот котик, да? Мне просто лень на круг стоять. Кто здесь? Я здесь. Помощь при взятии против... А где вы видите, что лутается? О, кстати, тут ящик есть, нужен еще один человек. Тут сканер. Где? Сканер, я хорошо, сканер. Где ты? Я в комнате с палатами, блин, я не знаю, здесь все везде палаты. Вон же на карте отмечается. Нет, сканер это так такая просто. Тема, она полезная. Это не Настя, потому что она мимо крови прошла. Нет, сканер это полезная вещь. Идите ко мне, заберите. Видите? Вот кто здесь стоит? Кэт, Факер, зайди в комнату. Я возьми иду, сканер. Я подошел. Какую комнату? Да я подошел, уже убежал. Так, а здесь кровь пропала. Нет. Кто респился в белой палате? Ну-ка, признавайтесь. Ага, сейчас он признается, этот факер, конечно. Ой. Ну. Факер, по-моему, тебя выдал, превращаемся! Там какие-то рофлы прошли, здоровые. Да, бежим. Так, стой, все, давайте все скооперируемся. Ребят, нас впервые 6, давайте все скооперируемся. То есть мы в коридоре, который... Но Илья куда-то отходит. Нет, я просто хотел понять, где выход-то. А, вот все. Вот выход, все, давайте здесь укроем. Я вон ту 13-метровый выход смотрел. Убиваем сразу монстра. На счет 3. Готовы? Кого? Монстра. Тебя? Нитрима? Ждем. Привода! Вот этот! Банк! Пикнуло, Пьердак! Что ли? Вы слышали писк или нет? Он опять начал! Пьердак! Стоять! Стоять, сука! Есть! Взяли, кого убить-то? Пьердак! Нет! Я проверил, писк слышали, нет! Да не пищало ничего, не надо, ребята, проверьте еще. Голосуйте, Опять понесло или забрать обоих. А, двое в меня проголосовало. Только еще один голос. Стреляй в него. Это факер. Я готов без оружия до конца игры с фотоаппаратом ходить. Зачем? Давай, я согласен. Отличная игра, ребят. Красавчик. Почему факер? Это по размену, Да. Отличный размен. Потому что Кекс просто на пупик пробивает. Почему мы вообще здесь стоим? Почему вы все стоите, непонятные движения делаете? А может тогда Иван еще завалим? Да, в размен. А меня почему завалить надо? Куда идти? А почему мы Кекса завалили, я не понимаю. Слушай, я тебе рассказываю. Профилактически. Походу ниже, на этаж, алло, почему все идет? Дайте сказать, он якобы проверил Илью, при этом, типа, никто не видел, что там отобразилось. Он начал сразу орать, что это трейтер, мы убили Илью. Но я слышал какой-то писк. Ну, по-любому, один из них трейтер, мы убили одного монстра, блин. Я вижу монстра, Афра. Баба Афра, это Настя, она взяла кровь. Да, она превратилась, Факер, бежим. Твою мать. Ну, насчет бежим, я не уверен. Факер, я с этим. Я с фотоаппаратом. Буду слепить чуть что. Ну давай, если что, это селфач. Так. Я слышу.
ладно, он, наверное, не пошел. А ты где, Фомби? Я здесь, я здесь. Ага. Ну ладно, надо что-то придумывать. Так. В общем, я предлагаю каждый сам за себя. Слушай, тут это, тут смертельная эта хуйня. Иди сюда. Вернись, вернись в комнату. Я здесь, давай. Бери. Смертельная капсула. В общем, короче, я предлагаю каждый сам за себя. Сейчас зайдем Настю, короче, сразу цешку жми. Хорошо. Все, все, есть, убил ее. Факер, факер, ты мне нужен. Я иду. Вот она лежит. А вы ее днем сейчас поймали? Все, это хорошо, ночь минус. Победа получается? Да. Надо, блин, ждать ночи и просвечивать сквозь это в форме. За монстра это единственный шанс. Но, видите, да, там, кстати, немного шанс. Тратится вроде. Да-да-да. Кто просто... был в итоге? Настя и я. Я три раза спросил. Да нет, там мы неоправданно кекса убили, там был... Так я три раза спросил, нет, вы готовы? Проверить? Не, мы не готовы, слушай, тебе надо было сказать, подойдите кто-нибудь ко мне и смотрите на экран. Да, да писк сказал, был! Что-то... Мы в прошлый раз так не убили, когда Илья, потому я что писка не было. Бакер поступил правильно. Хорош. Благодаря этому победили, потому что вы, если бы это кекс было, это была бы фейковая проверка, вы бы никто же не видел. Это да, это да. Ты так говоришь, потому что ты зомби. Какая фейковая скорее проверка? Всего, есть два звука. Слушай, на фейк и на нет. Кекс, но я не играл еще с... Когда был, ну, не фейковый... Ну, я не знаю, какой звук показывает, что чувак трейдер. Там-то и дело, мы не знаем звук. Вот, если я говорю... Звук, то я... Да я бы, конечно, сказал, типа, окей, без вопросов. А то звука я не знаю, какой, ну, в чем разница. Вот не, пришлось... остались 3 в 2, так могла быть ситуация 3 в 1. Я, говорю, я готов без оружия бегать. Я вам говорю, готовый, писк. Мы в прошлый раз по этой же логике убили Илью. Без оружия бегать, если ты ночью превращаешься. Да, ты ночью превращаешься. А вас четверо стоит рядом, я такой превращаюсь. Я хожу с фотоаппаратом, превращаюсь, и меня убивают сразу. Если один человек практически убить может. Мы просто в прошлой игре по той же логике ты не убили. Как... Кто твой напарник, а если кекс ты меня подставил, и ты типа вообще остался с Фомби, например. И вот я об этом и говорю, что поэтому в прошлый раз, когда ты. Да слушай, ты. Ты делают, это как ты... лучший шрифт. Я об этом фейкал. И говорю, смотри, ты фейкал, писка не было, все такие, Илья фейкает, убивает ему. Я говорю, готовы? Три раза, вот готовы? Сейчас, проверяю тебя и пищит. Я вообще не слышал ничего, ты просто заорал. Так вы скажите, значит, убивать сразу просто так, днем, я дня дождался еще. Что бомбишь-то? В чем логика? Да потому что хаотичная просто стрельба во все стороны, просто так, давайте убьем того, добьем. И все как стадо убивают, никто не думает головой. Не просто мафия, это просто какой-то... В том-то и дело, тут писк есть, тут как бы можно, как бы... Да, это не просто согласен. Мафия, тут нет баланса, тут... Я, блин, тут я нету знаю, баланса. Телефон этот писк, и буду его в микрофон вселять, хуя. Ну давай. Я этот писк первый раз слышал, можешь. Так, ну, а... Так ты не знал, но ты сразу же убиваешь, просто ни секунды не выяснив, просто... Днем, как только начался день. Я убил Илью. Вместе с тобой я... Да. Я стою, не убиваю... Секунду, Илья убегает, я стою, не убегаю никуда, только начался день. Я говорю, давайте поговорим, вы просто все толпой, о, он убивает, и все стреляют. Никто даже не думает головой, вот это из-за этого у меня пригорает. Ни на секунду никто не задумался. Потому что ты сам придумал фейковую проверку, когда ты типа наводишь его на... Да. И ты так стоял там в этой толпе, да вдруг ты вот так... И ты убежал такой, типа, без слова, такой, типа, даже не... Ой. Я бегать не стал, потому что ты как раз таки подошел неожиданно. В смысле не стал? Ты на третий этаж убежал? В смысле? Я тебя проверил, запищал, ты убежал. Ну там тогда, ты че? Здрасте, открылись двери, ты побежал на третий этаж. Чего это ты? Я дождался специально в этой дня. Игре меня забили в углу, я умер. До да. Тебя. Ты бомбишь, так, здесь есть фотоаппарат в ящике. Да ты это уже забыл, ладно, тут нет смысла. Ты забыл, как было. Ну ты даешь. Ты, наверное, думал, что меня что, не заовнили, что ли? Из-за этого ты бомбил? Нет, я говорю о том, что типа все как стадо просто стреляют во всех. Даже ни довода, ничего, это не мафия. Все стреляли в тебя направленно. Не, я обосновался. Да, я и говорю. Почему нужно стрелять? Да, после того, как меня убили, а мне никто не дал обосновать свою позицию, понимаешь?
Он специально тянет время, вспоминая прошлый раунд, потому что он трейтер, блин, я отвечаю. Я прошлый раунд помню, чё. Только что! Я видел, как факер взял кровь! Всё, стреляем во всех! Нет, это Джуз, я верю факеру, это не факер, однозначно. Я видел, как факер... Твою мать! Факер взял кровь, только что, почему? Нет, это Джуз, как же он фейкует, это пиздец. Ну, теперь мы выводим факера, правильно? Нет, теперь... Это факер был! 20 секунд, ребят, 20 секунд, меня можно поднять! На меня бежит! Не поднимайте его! Закрывай глаза! Не поднимайте его, вы что, нормально, что ли? Господи. Он при мне взял, я за ним бежал. Я бежал за факером очень много, и он мог много взять крови, но не брал. Ну нам надо обоих игроков выводить из игры и оставаться... Вот сейчас вы согласны? Мы обоих выводим из игры, Джуз вот да, у меня. Да, я согласен. Все, давайте играть по мафии, если вы хотите. В смысле, зачем? Только что же вот обсуждали. Теперь я хочу Джуса вывести, а не факера. И Джуса, да, и факера, ты, они ты, точно... Джуз идет за мной. Да я, блин, спасаюсь, там этот, как его, там газ. Да. Так, черт, я тут. Там ну, а да, кто жив вообще? Сколько живо человек? Нам выгодно размениваться. В смысле размениваться? В смысле, если вы конфликтуете, один из вас точно трейтер, правильно? Фомби. Почему ты молчишь, Фомби? И ползает тут, и убегает сразу. Фомби молчит и ползает, да, и убегает. Убиваем его или что? Да, я. Но он до сих пор молчит, он время тянет. Проверим. Убиваю, вот он. Да блин, ты в меня стал. Кровь съел прям только что. Да, я. Это Фомби? Да, но мы не успели его слить. Твою мать. А где он был? Ты вообще не хотел только что Фомби убивать. Это Фомби и Джуз, Кекс. А он, он молчит. Я говорил, надо сразу убивать. Ой, извини. Зачем убивать? Я не... Это кто-то из вас. Нам нужен... Да все, заканчивай. Давай, нормально. Не давай, ну, блядь, вешать нам лапшу на уши. Да, я понятно. Мы уже должны были давно убить Джуза, если что. За тобой, Кекс, развернись! Да я понимаю! А, он уже кого-то убил, у него нет крови. Я не умру. А, нет. Чё, почему? Я зареспавнюсь, у него нет крови, чтобы добить меня. Он без крови напал. Я жив? Я жив? Да, он по-прежнему без крови и по-прежнему бегает и бьет. Типа... Нет, всё, он где-то надо его. Кто? Я не пойму. Кто? Я не пойму. Это просто. Да вообще видно было, что это Фомби. Так, много смили в первый раунд. Я потерялся очень сильно, когда типа я говорю Фомби, я вижу, что Фомби берет кровь, а Илья начинает орать, что Джуз. Я потерялся в этом моменте, я подумал, что может я не на того посмотрел. Я не рядом с тобой был, я увидел Джуза, берущего кровь, а ты Фомби. Да он увидел, блять, он увидел, что Фомби берет кровь, а начал орать, и я его переорал, что это он взял кровь. Блин, да там понятно было, что это вы на тут, блин. Так надо было выводить, почему мы сейчас этого не делали? Да позиционка была херовая, я, например, супер далеко от них был, я даже не знал. В смысле? Ты и Джуз бегали, я говорю, давай, выводим из другой команды. Так, меня не было рядом, а Фомби мы просто ты не был, успели. Ты был, мы... А, ну мы я... могли выиграть, если бы мы Фомби успели голосануть, но, блядь, он за угол забежал. Ты меня, блядь, еще два раза засадил вместо него, зачем ты убегаешь оттуда? Хотя нет, может быть. Это он стрелял. А, нет, он... А, да, он же был человеком, лол, это он меня стрелял. Да тупо получилось, блин. Очень трудно 2 на 2 против монстров. То, что это Джуз был, это ясно было. День — это шанс. Особенно, когда мало народу остается, надо действовать, типа. Блин, меня сразу сожрали. Тем более, если бы мы уронили Джуза, мы бы увидели, сколько голосов. Но когда остался один Илья и я, тут уже как бы стада нету, и все, мы думаем, и в итоге мы не убили, короче, и проиграли. Мы его убили прям в тот самый момент, когда ночь началась. Ну это Фомби, но он спалился, он просто убежал, все. Да, да. Ну, вот только, я короче, просто так решил отыграть, я решил... После того, как мы начали машинить, факер замолчал. Он либо превратился, либо умер. Это не важно, да, вы... Я сразу понял, что это Джуз был, там, бабки хотели. Ну обосновать нужно было ведь еще. Так и надо было сначала Фомби поймать. Что это мы обосновывать решили? Мы, может, и сыграли против тебя, но, блин, мы же нашли.
сначала фумбача. Нет, все? Он же с нами бегал долгое время. Да я с вами. Я в основной комнате. Я в ванной и забираю камеру себе. Мы сфоткаемся. Кто-то кровь только что забрал. Джуз, по-моему, кровь взял. Вот здесь кровь была. А, нет, нет. Я стою у желтого нет, фонаря. Нет, нет, да, идет. Да, да, фейк, фейк, извини. А чё кек замолчу? Он тут бегает. Я а горю, я молчу. Мне показалось, там вешалка висела, это не то. Я играю аркадно. Вот здесь, кстати, тоже кровь забрали. Аркад, ну все, пригорел, блин, нашел тоже игру, где горит. В главном зале, вот здесь, вот Джуз, смотри, вот здесь видишь, кровь была, сейчас. Там ее нет. Настя, уйди, пожалуйста, мне кровь выпить надо. Я просто... Хорошо. Давай, пей. Джуз, что тоже, подойди, пожалуйста. Хорошо. Так, все, вы не смотрите? Ребят. Я за тобой наблюдаю. Ну отойдите, пожалуйста. Ну серьезно, я не могу пить кровь при вас, вы же можете увидеть. Опять, да ты просто так уверенно бежал за ней. Ты можешь взять ее? Я без шуток, я слышу. Я могу, смотри. А, кровь есть? А ты что, кровь видишь сквозь стены? Смотрите. В смысле? Раз, два, три. Кровь попадает. Кровь взяли, превратился какой-то петучий там. Блин, бежим. Это Джуз. Это факел! Это факел! Меня подняли. Господи, да хватит меня пошли. Меня закололи. Это кинь. А нет, я его бью. Он убегает! Да я кто думаю, это, Настя? Кто того? Это? Кто это? Скажи, фамилию назови. Не знаю, он крокозяб здесь. Просто бегает крокозяб. Сколько там? 1.60 есть? Но кекс молчит, а чё? Это кекс. Кирилл, скажи что-нибудь. Скажет он тебе. А может его убили, лол? Гадите, но кекса могли убить, на самом деле. Слушай, а может и убили, может и убили. Так, а факер молчит еще, вот. То есть тут как бы. Ага. Он хотел что-то сказать, это он был. Блин, слушай, рядом с кексом кто-то был. Я не могу сказать, возможно, это была Настя. Ну я. Когда кекс замолчал. Это Илья! Так что при меня кровь! А, сука, он это Илья! Это Илья! Стрелять по нему, стрелять! Это Илья 100% инфа! Джуз, стреляй! Он бежит! Это Илья! Кровь забрал! Ван наигрался, твою мать! Стрелок хренов! Может еще кекс. Один! Блин! Он кекс! Я думал, он сдох, ребят, кекс молчал! Он бегает за мной с волыной! Так, Настя, остались мы с тобой вдвоем. Осторожно. Пьер, слушай, защити меня, там кекс за мной бежит. О, мы выхода стоит. Он обратился. Мэтт, побежали нахер отсюда. Блин, Саня. Блин, я не скажу, они нас слышат. Я стреляю, У меня убило. Я кровь есть. Так, я слышу его. Вон, снизу бегает. Там где кружок этот? В комнату убежал куда-то. Тут какая-то срань прибежит сюда. Тюх, вымочи, упал. Сожри других. Настя, ты еще жива? Да. Тюх, давай, стоять, не бей, все нормально. А кто? Кирилл и... Ну, походу, Кирилл и Мэтт. Уходим. Добежать. Надо дожить до утра. Дожить куда? Ну пока живем. Надо вместе держаться. Короче, надо их вальнуть. Нам не до утра дожить надо, а надо их вальнуть. Ну их двое. Нет. Хватит голосов. Где они? Надо их искать. Стреляй. Вон он один. Попал. Я бегу. Кирилл. Я бегу. Он здесь не выйдет, здесь. Что за место с дверью, которая не открывается? Да что это за дверь? Нахрена ему тут? Нахуй ты вообще на них полез? В смысле? Я кровь пил, откуда я знаю, что не здесь? Я бы убежал вниз, но тут дверь, которая не открывается. Так, все, нам нужна дверь. Не успел сбежать назад после того, как мы Джуса ловили. Все, мы убили его, все. Остались вдвоем, надо дверь открыть. А я думал, ты жив, просто молчишь. Нет, я сбился.
Мы когда выбежали за Джусом, блядь, я оказался снизу, и ты его сожрал, а я захожу назад и прям умираю на пороге, блядь. Я сейчас буду рычаг активировать, чтобы дверь открыть. Я на фул кровь отожрался, но, блин. Давай. Маркер там, где дверь отражается. Ну тут комната, в которой нет двери, не просто, ну, я сдох, как ЛС. Да блин, я не понимаю, почему Джус вообще начал убегать туда, где газ, блядь. Нашла? Да. Все, хорошо, отлично. А я его как-то глючно убил, я даже не понял, но я успел да потом убить. Я из-за этого залип, короче, не успел назад. Ну это я залил, короче. О, ой, хорош. Я вернулся, мы сейчас 2-2 разыграли. Я сбежала. Да я бы, блин, если бы не меня вылез там, газ например. Ваншотал. Я думал, у меня будет время. Мне надо было подняться 3 ступени и налево повернуть в проход, куда ты ушел. Но меня просто ваншотнуло, как только газ пошел. Может быть, газ ваншотит монстр? Ну я, кстати, подумал, что не Мэтт. Побежал к Мэтту да за помощью, а не он. А я просто... с тобой, и, типа, чтобы ты был уверен, что мы спасаемся. Но ты умудрился выбежать в газ, блядь, вместо, блядь, нормального места, и я сдох там. А я просто прилип к Мэтту, бегу за ним. Только я от него отошел, вижу, кровь лутает, думаю, ну ясненько. Крутил башкой, вроде никого нет. Блин, не увидел тебя, вот крутил башкой, нет никого. Так что это International уже получается у нас, или еще играем? Рано! Давайте не, еще мы... одну, а потом International. Куда вы все спешите? Не, я никуда не спешу, я сегодня планировал вообще часов 6-7 сидеть. Я считаю, кекс, тебе в Battlegrounds надо идти просто и выиграть хотя бы. Не, я когда узнал, что Battlegrounds через пару дней будут за $30 продать, я разочаровался в этой игре. Да, может, я поиграю, конечно, но это... Ну, это, я не знаю, это DayZ 2. Привлекательнее DayZ-то. Ой, ну, нет, привлекательнее DayZ. Они выпускают сырую игру, опять же, продают ее за $30. Ну, она очень популярна, и в нее интересно играть. Значит, она стоит $30. Где она популярна? Я не вижу. Ну, кстати, да, я тоже не особо увидел популярность. Лирик Саммит поиграли вчера. Она четвертая на Твиче сейчас в списке игр. Не, я запустил ее, она выглядит как говно, блин. Я забил. Не, но... я... Они обещали вроде как, что она будет free-to-play. А они уже выпускают вот такую сырую игру за $30. Ну, как бы... Не, не знаю, сколько в итоге Кидал для ру-сегмента займы будет. Дать? Не, тут... Такие игры, типа, сырые... Жадный в последнее время стал. Жадный какой-то. В смысле? Это DayZ 2, вы не чувствуете? Horizon на халяву, так и не бонда играть. Horizon, люди хотели... В смысле? Я у тебя про Horizon спрашиваю, потому что... В Андромеду, говорит, будешь играть? Он такой, ну если дадут, бесплатно, Андромеду. Ой, начинаются эти байки эти. С торрентами скачивается. У тебя камера, да? Конечно, конечно, бля. Так, стоп, подозрительно. Постоянно с торрентов качаю. Чего? Вот эту херню, чё ты мимо пробежал? Так, убиваем Джуса. Нет, чё? И потом Илью выводим из другой команды. Да, я. Кровь здесь каждый раз в разном месте спаунится, я чё-то не понимаю. Что, не нашел? Да, его? Да, в разном, я тоже это заметил. Это Настя, это нет, Настя. Нет, я просто мониторил одно место, там и, ну, думал, там кровь, а там ее не было. Вариант. В разном 100%, я одно место тоже, короче, меняется местами иногда. Мы собираемся где-то? Я не хочу одно место. Почему никто ящики не лутает? Почему вы все бегаете? Ну, я лутаю, как раз бегаю. Ну, я кровь, мне кровь больше это сейчас светит. Ага, вот так-то, да? Да он не врет, он реально трейдер, короче, это инфа. Ну, вот, кстати, да, выводим меня и факера из другой команды. Убежал. Он просто пробежал рядом с этим ящиком. У него до сих пор бомбит, просто вы прикиньте, у него до сих пор с того раунда, где его выбили, бомбит. Ничего, вообще не разговаривайте, или что, я не понимаю, вы сами спрашиваете меня, а потом говорите, типа, у него бомбит. Вы определитесь, что вы хотите от меня слышать. Нет, что у тебя бомбит, скажи, что у тебя бомбит? Вы где все, я не знаю, бомбит. Мы рядом с выходом, дверь ждем. 22 секунды осталось. Это вы где? Кто-то превратился! А, он там кто-то рычит! Господи! Блин, их там двое даже. Это Джус! Это Джус! Пойдемте, пойдемте, сейчас задохнем. Куда вы стреляете, алло? 20 хп, Джуса, твою мать. Стреляем, Джуса, еще один выстрел нужен, еще один выстрел. Да. Вот, я сейчас задохнусь, вот вы что там встали, идите оттуда. Все, хорошо. Валите его. И Кирилл, да, остался? Кирилл там крокозябли прикинул. Я не знаю, Кирилл это или Фомби.
Так Фомби умер. А чё, я, чё я-то начали сразу? Вы мне по мне зарядили, блин. Я убегать начал. 20 хп было. Так, я включил. Нет, Фомби не умер. Но знаешь... Нет, нет, я жив, я жив. Кекс молчит, он либо умер, либо... Вот можно что-то... Да. Ну, доставай. Фотик. Давай держаться вместе с тобой, Настя. Сейчас. У тебя фотик, у меня пистолет. Куча патронов. Фотик заберу. Всё? Блин, мне патроны патрон нужны. Да. Есть фотик. Мне тоже просто пойдем к выходу, когда появится. Дом надо выходит. На лестнице сразу встать, потому что вообще в темноте не видно, где тебе здесь никого. Здорово. Так, стой. Я стою. Ничего не видно. Да, щелкни-ка. Поверху. Вон, бегает. Пойдем он на ту, пойдем. А, это СВО бегает. Я не знаю. Свои, кто. Свои. Пойдем он... А где дверь? Где дверь? Да, все, идем, идем. Идем. Но это может быть Фомби, почему-то Факер, Факер молчит. Факер. Я прячусь. А, это Настя! Да это не я! Нет, это не Настя, это Фомби, я перепутал. Я бы фоткала. Его. Фоткаю, он жрет тебя, я фоткаю. Кадры скинешь мне. Скинешь ВКонтакте потом фотки. Инстаграм. Я умерла, вы все умерли? Ёпта, как один на один играть? Блин, а чё Факер молчал? Я думал, вы вдвоём остались. Жук. Он кушал. Не, я не кушал. Вижу тебя. Тоже больше MLG. Блин, сейчас мы узнаем, дорогие друзья. А может кто-то смеялся. Второй проголосует? Может кто-то проголосовать еще? Выйти за гебры. Фомби проголосует. Блин, ну это нечестно. По дуэли я тебя победил. Ну я соглашусь, да. Че это такое, блин? Ничего не знаю. Фомби, ничего не знаю. Не слушай их, не слушай, жри. А никто не хочет обсудить то, что Фомби весь день за монстра играет, типа. Да у него же. Подожди, а ты точно монстр? Вот 2-0 уже. 2-0. Вот оно, вот она, скиллуха на пистолете. Найди какой-нибудь антидот и закали его, он заебал. Так он не убивает, он тоже на землю. Еще одна селфи, пожалуйста. Антидот не убивает, он на землю кладет моментально. Я верю в тебя. Ты можешь совершить чудо. Вообще было бы честно со стороны Фомби нафидить просто. Это был эфидит, по-моему. Ну, а это... Как... Это, блин, это просто... Настя! Настя, а как он тебя убил? Он тоже тебя ваншотнул? Да. Он двоих типа ваншотнул? Блин, крови да. У меня было фулл кровь, и я двоих ваншотнул, да. На самом деле я слил катку, я убил Кекса, а потом дальше побежал. Мне нужно было просто переждать, и все. Одного убить, да, и блин, не жадничать. Да, блин, я ведь подозревал Фомби, что он типа пробитый какой-то, и все такое, блин. А то, что шею, мы тебя все равно победили, вообще не снимает хп? Прости, ну, вас, мы его уронили. Настя, он я очень слышу. Упал и сидел спорт. Рак. Нам надо было бежать, но я что-то продолжил стрелять. Зачем? Фомби 13 уровня. Он весь день за монстра играет. Да ну не скажи, я. Ну так. Ну да, я часто играл, не спорю, но. А, давайте еще как. Властец. Предвластец, не знаю. Хочется отыграться. Но я бы не сказал, что выигрывают всегда трейдеры, типа. Ну, вспомнить, сколько раз добежали, и это раза 4 ну, всего, так да, что. В основном сливается. Ну, трейдеры из-за глупости, вот как бы из-за там газа или еще из-за чего-то, из-за глюка какого-нибудь. Ты вообще в тупик взял, забежал, как странно. Да блин, я не помню, откуда я поднимался, там темно. Тупик. Зачем это тупик? А давай я буду теперь до конца, блядь, года вспоминать, как ты в тупик убежал когда-то. Вспоминай, то куда ты торопишься, я понять не могу. Фомби всех ваншотнул и все. Куда ты? Ты в тупик. Вы хоть сменили скины, скажи, господа. Я качал чен. Я, короче, блондинка, как всегда. Я тоже. Я тогда, короче, азиатка Сафра буду, наверное. Хотя ноги у нее черные, ладно, я буду по-прежнему с собой. Я, короче, тупо не знаю, как скины менять. Там стрелочки там... снизу же есть. Нет, в мейн меню там play game, tutorial и третий это там. Mm-hmm. На него нажимайте, mm-hmm. и там меняйте одежду, цвет волос. Ну, отлично. Короче, можете верить мне, можете нет, но я не трейдер. Поздравляю. Я тоже не трейдер, могу. Ну, значит, я трейдер. Ну, я не трейдер. Ой, кровь! Ой. Кто не успел, кто не успел? Я возьму. Хорошо.
Ставлю 50 рублей, что ты нас. Что? Нет, это кекс. Нет, это фомби. Мы что-то берем. Камера. Это я. Камера. Блин, ну кто взял-то? Я. А? Бля, где вся кровь вообще? Кровь не видел? Кто-то деактивировал эту штуку. А, вот она. А что такое фиолетовая записка? Так, факер ушел. Да, это какое-то говно, вообще, видимо, для фулл версии, может, сингл какой-то. Сингл! Чего вы мне все стилите? Меня тоже застилили. Он взял, да. Сейчас они уйдут. Кровь? Я пью кровь. Или чего? Да-да-да. Вкусненько. Кто-то зашел в дверь. Опа, не-не-не, все, я нашел одного трейдера. Я пью кровь. Что делаешь? Я зашла, в комнату, где не было крови, и он еще в одну комнату зашел. Ладно, я буду следить за тобой, вот, дружок. Я только что заметил Кекси, как он сидел и готовился взять кровь, ребята. Я очень долго готовился ее взять, и ты мне обломал обед, я на тебя зол. Да, ты увидел меня и начал... Блин, здесь есть детектор, есть детектор. Факер, забери, пожалуйста, вот он лежит, я наступил. Забери. Факер, не забирай, меня ж раскроют. Хорошо. Есть Кекси? Чего, забрали? Он как-то очень... Мы выход-то ищем? Да, вот он. Ой, еще смотрел на кровь. Очень вкусно. Что-то я потерялся, где вы? Блин, тупо, что монстра видит сквозь стены. Если бы этого не было, то можно было бы ныкаться. Но он только превращение видит. Я проходил мимо двери, в которой не было крови. Короче, мимо комнаты. И он заходил в какую-то нычку. Там тоже комната была. Кто он? Илья. Я? Да. Нет, нет. Ты вообще все это придумал, я тебя за весь раунд ни разу не видел. Да, конечно. Конечно. Не было такого. Ну вот именно что не было, я о чем. Нет, ты заходил в комнату. Ты же сама столько что сказал, что не было такого. Было. Ну как это было, если не было, ты определил. Ну у нас, если что, есть одна проверка. Нажмите на кнопку, пожалуйста. Кирилл, я до сих пор слежу за тобой. Ой, я тут это, потерял линзу. Сейчас, где она? Нажмите, пожалуйста, кекс, он опять смашнил на кровь. Вот они. О, дробовик. Нажми на кнопку. Не жми, дай мне. Нажми на кнопку. Илья, нажми на кнопку. Слушайте, мы идем с проверкой, давайте. Кекса проверят. Меня проверят. Давайте. Опа, кто? Проверяйте. Не, зачем? Просто. Он был заражен. Булькнуло, он был. Он умер. Давайте подберем дробовик. Давай. Спасибо. Я не слышал булька-то, ёб твою мать. Я слышал. Ну чё, пойдем к выходу или здесь наверх? Тот момент, пойдем? Когда я весь раунд сижу под кровью. Давайте к выходу. И кто-то сука! Говорит, что я афро, прям собирался. Афро! Ребята, афро, не знаю. Настя. Вот. Она что, по тебе шмалять начала или что произошло? Она превратила, она выпила в говно. Это не я превратилась, я бегаю до сих пор. Короче, афро, ребята, 100% афро. Я не знаю. Какое афро? Не было афро. Негритянка с афро. Эй, где тебя поднять? Да, чего ты не говоришь? Он здесь. Мы слышим, как он рычит. Это Настя. Мэтт здесь, он не превращен. Да, Настя, это негритянка с афро, она. Я с самого начала видел, как она кровь ворует. Сейчас прям видел, как она выпила. Настя, прекращайся. Я не воровала кровь. Раздражает, вы женщины не должны врать. И это точно она. Да, да, блин, я объяснил, я вам скажу. Она может не успеть добежать, давайте подождем. Это точно не Мэтт, потому что она знает рычание в то время, когда Мэтт был человеком. Это либо Факер, либо Настя. А какой Факер, ты чё? Факер со мной бегал, он детектором хотел проверять. А, точно. Афроамериканка, это, блин, это не афроамериканка. Дайте это 100% Настя. Я только что добежала. Ну так подойди к нам. Я не знаю, я с другого выхода вышла, походу. Так, Мансит, что-то пытается придумать. Давайте ее приструним, ребята, приструним ее, давайте. Так, вот дверь на выход, надо найти рычаг. По-любому, минус один, это все равно не проигрыш, если она это... Идите за... Человек. Ой, кровь. Идите за мной, нам надо найти ее. Ее вырубим, и нормально. Да. Так, вы еще на рычаг обращайте внимание, нам нужно рычаг найти. Но да его утречко. Нам подсветят, его ночью нам подсветят. Это да, но он и так виден, То есть, если мы его найдем, то мы сможем сразу возле него тусоваться. Так, вот все он. Плохо. Фотик возьми. Вот он. Жму, ребят, нажал. Все, к двери. Только вместе. Слышу, превращает. Где вы? Факер, не убивай меня. Вместе, пошли, Джуз. Смотрите, какой я.
Так, все, Настя где-то. Блин, ночью в этих камерах вообще ничего не видно. За нами, Фомми. Хоть бы ночное видение сделали. Выкиньте ее. Я сейчас поднимаю или нет? Могу поднять? Стреляем в нее! Можно меня поднять, но ее надо выкинуть. Да что она жрет на меня опять? Да что нахер вас я пошел? Е, нажми! Е, нажми! Ну что ты за человек? Да грызи, вон валяется! Я убью! Ребят, я на минуту отойду. Нет, Фомби, пидорас! Тимон, слать, простите, я испугался. С дробовиком убежал. Бля, вообще просто выстрелил бы в нее, блин, наелся. Блин, тут на камеру бы ночное видение, как бы, и вообще бы без было, а то вообще нихера не видно ночью, просто нихера. А кто второй убежал? Джуз? Я убежал, еще кто-то. А знает. Через что ты убежал? Я убежал. Я убежал. Нет, надо было четверо, ты двоих поймала, и двое убежали, а Фомби, блин, трусливая вообще. Испугался. Но ей одно не вывести тут было, конечно. Ну да, у нее даже крови не хватило четверых сожрать. А мне кажется, вообще никак не хватит, типа, на четверых. Да, но я зря пошел к двери первым, надо было как крыса подождать, пока вас там Настя сожрет. А я еще только сам внизу свалил, но я бы что-то поверил, что это не она кровь взяла. Хотя вот в той комнате вообще в радиусе 100 метров никого я не было. Я вообще через чей-то труп перепрыгнул. Нет, я тебе могу сказать, что в той комнате я не брала кровь, я типа просто пробегала, да. Я там ничего не брала. Я не знаю, Настя, что ты там брала, взяла. Ты там брала кровь. Мы вдвоем были там, я ушел, и ты ее подобрала. Да кекс рофлил, он руинил. Я сидел весь, блин, раунд под этой кровью, Джуз вышел такой, о, кекс хотел взять, а я просто сижу под ней, и, блин, давайте убьем его, а давайте проверим. Ты сидишь-то? Ты уже и просто убили, даже не проверили. Ты поплыл, понимаешь, ты поплыл. Да, ты серьезно играешь. Нам на себя нагнал, если бы ты сказал, что это не я. Да я каждый раунд уже так играю, вот вы в прошлом я раунде об этом говорили. Я сейчас покажу, как надо катать, вот реально. Давай. Эти леса, блин. Ходишь в эти камни, зарезаешься постоянно. Никто до конца не поймет, кто я. Так, у нас International или еще нет? Давай пред International, типа, следующий. Куда ты спешишь? Мы тут вообще я наоборот хочу играть. Престиж планируем набрать, как бы. Престиж. Ну, типа, первый ранг плюс следующий. Я бы не сказал, что... Окей, ребят, берем сегодня престиж. Сразу собираемся вместе. Не-не, я не могу вместе, потому что мне кровь надо пить. Может быть, тут наоборот ранговая система, типа... Слышите, ребят, я нашел детектор. Может быть. Факеров, я же говорю, мне минуту... Мы же тогда залетели. Ребят. Подождите, вам на карте, подождали. На карте вам должно подсвечивать детектор. Прибегите ко мне, заберите, блин, пожалуйста. Факер, а ты в игре? Да, в игре я. Ну мы только начали. Попапаешь потом, ничего страшного. Понял. Ребят, ну слышите, ну может кто-то забрать детектор? Я иду детектор. Где он? А то меня могут проверить. Ну вот я показывать на карте. Вот Настя прибежала, Все, а хорошо, у Насти детектор. Как использовать детектор? Ну нужно двоечку нажать и проверить на ком-то. А нет, не на двух. А, да, нет, надо подойти к человеку или, и нажать на цель. Только не меня, проверяй любого. Да. Проверяй пердака, пердака, проверяй. Пердака, проверь сразу. Проверь пердака. Вот он, вот он. Стой. Проверила. Кто? Он человек. Человек. Все, хорошо, идем дальше. Так, все, пердак отпадает сразу же. Это хорошая информация. Я тогда тоже отпадаю, получается. У нас же у всех слышны вот эти пикания, чтобы не было ничего. Да, это на тебе. Да, но я тогда с пердаком играю. Все было не просто так. Пикик стоит у пакетов, а? О боже, это ночь! Один пакет там съеден, я не понимаю почему. Где я так и не понял, как колоть антидот. Давайте двигаться, потому что мы довольно далеко. Там со спины нужно зайти, чтобы антидот колоть, насколько я понял. Блин, тут только что пакет кто-то снял, ребята. Это я был. Кто бежит? Кто рядом? Кирилл, то ты? Да, кто это? Я с вами, Ага, Джуз, рядом Джуз. Это я кто? Я здесь. Кирилл? Это факер. Это Кирилл, хорошо. Что? Не, что это ты? Выход, я дойдем? Где выход? Так, 2 секунды, едем. Все, пройти не могу, лол. А, все, хорошо. Я застрял. Так, там кого-то убили. Давайте перекличку. Где убили? Гекс. Ой-ой-ой, Гекс. Гекс рядом с нами. Черт, я хотел, чтобы вы умерли там. Подожди, тут Джуз был, подожди. Подожди, Джуз рядом с нами. Пердак здесь, Настя здесь, Фомби здесь.
Я лутаюсь, да-да-да. А где кекс, кстати? Кекс, это кекс. Кекс был с нами. Это кекс, он хочет пить кровь. Ой, меня спа... Это Илья, это не я! Фомби начал стрелять в кекс. Здесь это кекс, вы начали говорить, я и высадился, блин. Он так смотрел на эту кровь, смотрел вокруг, нет никого, чтобы сожрать ее. Так, ладно, ищем детектор. Я слежу за кексом. У меня детектор, я не знаю, как его открыть. Ты на горе, где ты? Давай инфу. Да вот он я, ну... О, у меня будет инспектор. А, все, иду, Миш, иду, хорошо. Вот детектор, как его открыть? Да, дайте джусу его. Нам нужны все рычаги. Проверяй факера. Факер, не меня, факера проверяй. Я тебя проверяю. Нам надо дать Мэдисону, наверное. Блядь, нет, это не кекс. Мэдисону мы проверяли. Блин, Мэд, ты можешь подойти к нам сюда? Ой, да блин, открывай, встань, открой ты. Вскрайне открой, ты же помик. Да вон она стоит. Взял? Нет, ты встань на нее. Превращай, это факер! Это кто? Факер. Меня! Факер, ребята! Я убегаю! Да что ж... Это факер! Да я кнопку не видел. У меня еще 17 по факеру, ребят. Меня убили. Да ты меня не убьешь, отвали. Я сейчас дробовик возьму, тебе утром отстрелю, блин. У нас нет антидота, мы не реснем. Я убегаю. Я выжил, лол. Тут блидинг аут. Фак, иди, встань. Вон они, по-моему, за ней. Мишаль, давай жить! На победу! У них нет крови, походу, они просто вырубают. Так, ну инфа 100% факер. Так, факер, еще кто-то. Мишаль, давай возле этого входа, где кровь. Стоим, ждем их, чтобы они не дробовику кровь. Кто-то может подойти? Да, отстань, а. Так, это... Это Настя и факер. Факер меня вырубил, я в кислоте лежу, умру. Факер вырубил меня. Рядом со входом, если хорошо, может кто-то будет, иду. Поднимите. Хорошо, спасибо. Давай, голосуй за него. Выкидывай. А, ты... Джус, факеру стреляй, по факеру стреляй. По факеру стреляйте, меня поднимите, если можно. Ну ударь его, подойди, ну ёптудей. Как его ударь? Меня, кстати, кто-то, по-моему, со спины... Вон, вот факер, он, бежи факер. Дальше, ребята. Да у меня нет патронов, ёб вашу мать. Короче, второй Джус, скорее всего. Настя, да, жива? Блин, нету патронов, какой джуз? Я стрелял за ней, она вдвоём бегает. Он убежал, господи, туда, он, по-моему, туда убежал. С того входа, жди здесь, Кекс, я пойду за ней. Дайте мне патронов-то, ёп ваш, чё вы все лутаете? Вон. Лови. Кирилл, забегай ко мне, помнишь, я попал, ну стрельни! Ай, сука! Хорошо, убили. А второй кто? Либо джуз, либо Настя. Да это не я. Встань на эту штуку. Бери. Антидот. Что там? Антидот. Ой, ну не антидот, этот экзекьют. У крови, слушайте, кровь пасите, кровь. Это Настя. Стойте здесь. Дали в Настю тогда. Да какой стойте здесь? На выход идти надо уже. На выход идем, на выход. Ей не надо кровь дать полутать. Открываю, ребята. Да пусть она лутает. Главное, вы танчите, а я ее ваншотну. Открываю. Фотоаппарат, если че. Давай, ты фотоаппарат тишь, я ее это. Давай. Щелкаю. Давай. Я готов, да пацаны. Нет, я на мертвал. Все, поехали. Блин, хорош. Жалко это не джуз. Жалко это не джуз. А я видел, что Настя превращалась около меня, но она была так далеко, я сам еле-еле добежал. Ты меня убежал убивать, что ли? Вот я кнопку не мог найти, чтобы достать эту. Да я не знаю, зачем превращаться, если крови недостаточно. Но типа Настя превратилась, мне не осталось ничего, кроме того, что превратиться. Ну, одного никого не убили вообще? Меня сожрал. Но у меня блидинг аут был без экзекьюта, ко мне можно было подойти и нажать. Но тут никто не ресает. А блидинг аут... Блидинг аут разве не антидот нужен? По-моему, не. Антидот на R какая-то херня как-то. Ну, или может, не знаю, короче. Дайте еще, Ластецкая. Пред-интернешнл. Ластецкая у нас? Ну, не знаю. Пред-интернешнл. Может быть, да, вот, наверное, как Кекс сказал, еще две катки, потом интернешнл. Надо как бы собраться, я что-то лузать начал, прям не могу, но меня нужно почувствовать. Блин, Фомби уже 11 уровня, охренеть. Да, он предлагаю... в активной роли постоянно вылезает, надо его сливать. Предлагаю в него постоянно стрелять. Погодите, когда к нам рандом зашел, он был 239 уровня, может быть, тут наоборот, вниз уровень. Нет, падает, он был 1800, у него ранг какой-то. Это когда ты, видимо, набиваешь уже первый, потом типа легенды. Да. Ну, я чувствую себя стригулем просто в этой игре. А, ну да, скорее всего. Пару дней. Ну слушай, типа, она такая все. Ненапряжная, ты типа зашел и с страдоночек катаешь.
Хотя, ну, с незнакомыми, мне кажется, она такая себе. Ну, да, да не, на слабоне тут приятно. Ну, кстати, нет, я когда до стрима заходил, этот, ага. Играли русские, они общались активно между собой. Да-да-да-да-да, вот та же самая история была. Тут, видать, сервер нормально подстраивается. Ну, это прикольно тогда, наоборот, знаешь, с каким-нибудь быдлом поиграть, который жопы горят. Я бы наоборот даже посмотрел стрим человека, который с рандомами катает. Это наверняка такой ад. Там стримы папища покажутся. Шутки. Невинный. Так, я подбираю антитот, смогу кого-то поднять. Он даже не заметил. Дайте фотик. Дайте фотик. Как фотик забрать стрим? У меня вот тварь. Чё? Так. Ну тот, кто дострелял по мишеням. Фомби выключил этот счетчик и взял кровь. Да ладно, что за бред? Ну не, ну Фомби, ну прекрати. Я ни разу не... Так а смысл выключать? Это же глупо, как минимум. Ну ты взял кровь, и я дальше по пути по твоему пробежал, это очевидно. Он взял при мне только что! Джус сзади! Где он? Джус? Вот он, вот он, стреляй, стреляй, быстро! Быстрее! Все, все, все. Нечего, смотрите, нечего было крысить прямо перед моим лицом, фамбач. Мы можем здесь что-то взять? Ну то есть, это Фомби был или кто? Да, чемпионская игра. Ну, точно он был? Или ты можешь... Да взять? Точно, точно. Нам наверх. Ничего не хочу сказать, но на Джуса это поглядывайся так криво немного. Ну, да, да. Как не знаю, он как-то пробежал мимо меня, ничего? Типа да даже меня не видел. Да я в Фомби стрелял, вы что издеваетесь? Да, да ты как-то так стрелял, что это? Да короче, я стоял в углу, смотрел на кровь, он пробежал мимо меня и даже не обратил внимания на кровь. То есть, типа, обычно, когда трейдер, он смотрит хотя бы на кровь, там даже, типа, а потом да, трейдер... отсмотрел. Зачем трейдеру смотреть на кровь, господи? Ну вот я и говорю, что... Так, то есть тебе не нужно было смотреть на... То есть ты предполагаешь, что я трейдер, что ли, не понимаю? Нет, я наоборот сказал, что ты не посмотрел, я тебя дефлю, а ты, блядь... Ну я извини, я тупой, блядь, хули тут взять-то? Понял. Понял. Давайте убьем Джуса за идиотизм. За тупость, да. Выведем из, да, опасного игрока. Да-да-да, он не нужен за этим столом. Блин, я сейчас задохнусь, нет. Джус, ты трейтер, скажи, я вижу, что ты мимо прошел, ты сейчас умрешь. Да я задыхаюсь, я нихуя не вижу, ни хрена не вижу. Ну да я видел, я не могу так умереть. Подожди, Кирилл, минутку. Я Ты умер, забудь. Так, стоп, Факер, давай выйдем назад, а если там нету крови, то это кекс. Идите, проверяйте, да, я пока пособираю другую кровь. Я вообще не понимаю, где вы все. Нет, это не кекс. Короче, ребят, это был Джус. И он умер. Ты сломал интригу? Это может быть супер, короче, супер... Не, да в смысле? Это, но он мёртвый, как он мог? Это некрасиво, да, тогда это супер тупо было бы так говорить, так что я думаю, что нам просто надо выйти. Да. Ну, а вообще, такое? Не надо ломать интригу, потому что они встаньте, бы... Встаньте, это что там за бы. Ну да, я был... Зачем трейтер, ты ему отдал шотган просто так? Он, может быть, хочет выйти. Так, у тебя вопросы какие-то или что? Не-не-не, ты мой друг всегда был. Мне так нравится с тобой играть. Не забывай, я тебе шотган отдал. Да-да-да, я этого не забуду. Кекс, я бы тебе два шотгана подарил. Хочешь, я тебе Mass Effect Andromeda оплачу? Или бесплатный Horizon? Нет. Илья, блин, я тебе написал про Horizon, потому что мне люди сказали, что ты говорил, что дашь ключ кому-то там, типа, им, ну, короче, вот. Я только поэтому тебе написал. Ты мне всю жизнь помнить будешь, что ли, теперь? Да я где он? Сейчас тут газ будет, по-моему. Не-не-не, я завтра стал играть. Ребята! Я завтра играю теперь. А где еще один? Завтра? Так, кто еще один? Настя, оба мертвые. А, не, ну у нас вроде тут трое было. Ой, четверо. Да, давайте все сфоткаемся. Давайте все сфоткаемся. Давайте. Да ладно, ребят, давайте все выйдут, но неохота, блин, на экспо. А-а-а, вот он этот тупик, он тут открывается. Это типа вариации карты. Все, теперь понятно, зачем это, но это жесть. Хватит пленку переводить. Ребята, я не хочу дезморалить, но, по-моему, в камере там всего два места. А тут что нужно сделать? Нажмите на кнопку. Нажмите на кнопку кто-нибудь, да. Это кто, Кекс? Ты забыл? Не, не надо, ну Кекс, ну прекращай. Ну отойди. Заткнулись. Дай мне выйти, я столько каток... Я выхожу первый, меня интересует, кто из вас еще выживет. Я выхожу первый.
Я брошу в чат, или сразу же классно стриму нарисовали? Понимаешь, он своей женщиной выйдет, нам надо что-то решать, факт. Заткнись, слышь ты, заткнись и лежи. Три места, Факер. Тебя не выпустят, Факер, я истекаю кровью. Да три места там. Выйдет с Настей. Три места? В смысле с Настей? Ой. Я угорал, я угорал. Да я же не попал по тебе, ты фулл хп. Я подождите, а нам не надо эти нажимать-то или кнопки-то? Надо, надо рычаг какой-то. Мы же умрем, реально! Мы же проиграем игру, если не нажмем рычаги, лол. Типа вон они горят, желтые. Давайте все по-своему взяли. Так только один же горит. Все по-своему. Заткнулись, тихо. Все по-своему взяли? Вот, хорошо, молодцы. Let's get out of here. Да я угораю, я тебя предупреждал. Я тебя предупреждал. Я уже умер, Кекс, успокойся. Ты не мог умереть, не надо мне рассказывать. Это фигня, ваншоты, ты чё, рофлишь? А, да? Ну всё. Не хочу. Целом. Ты не успел или что? Кто? Ты меня ваншотнул этой вакциной. Да в смысле? Там же голосование было. Или кто-то стрельнул в тебя? Я не стрелял. Там нет голосования. Голосования не было. Это же ночь была. Это ночь была? Нет. Подождите, то есть... Голосование эту штуку убивает сразу. Ну я не знаю, но я все равно видел это голосование. У меня было голосование, и второго голоса не было, типа. Я не стрелял, поэтому, типа, я подумал... Не знаю, у меня никакого голосования не было, мне сразу писали, типа, вас убили, виден кого. А как скин можно сменить? Странно, но, может быть, голосование было за подъем тогда? В начале там, вон, Тесс Абжекс, по-моему. Может быть, тогда голосование это было за подъем, кстати, они... То есть, укол реально убивает полностью игрока, но голосование за подъем игрока. Потому что было, ну... Не знаю, не знаю. Может быть, просто баг. Ну, не забывайте, что... Эй, насливали меня, блин, с 14 до 20-го. Это вообще кал. Не хочу больше играть. Фомби 12 вообще. Я думал, что... Ну, я типа... Если бы я хотел тебя убить, я бы убил... Если бы я хотел тебя убить, я бы убил позже. Я не знал, что она... Победная? Не, предластецкая. Предластецкая, тогда. Нет, это предластецкая. Следующая, конечно. Разогрев. Блин, мне так нравится, как долго прогружается карта и как долго лицо прогружается у моего персонажа. Как долго у нас International прогружается уже, знаете? Блин, осталось это и следующее, ты не переживай, ластецкая. А как ножом, кстати, бить? F. F, да. Наверное, нормально дамажит. Так, ну и кто же я? Да, наконец-то. Не заражённый, ёкарный бабай, насколько можно? Да, фомби трейдер чувствует. Ну так, да, 100%. Так, камера есть. Блин, а вообще есть лор у этой игры вообще какой-то? Потому что типа... Наверняка напишут. Я просто от тебя балдею, честно. Чего? Просто ползает за мной постоянно, я не знаю. Я наблюдаю за тобой. Я не знаю, что тебе надо от меня, я просто не знаю, меня прошел сзади. Мне понравилось, как ты осматривал, как ты осматривался рядом я с пакетом стоя. Я не осматривался, стоя. Я сразу, типа, думаю, что ты за мной пополз. Я нет, тебя... нет, Кирилл, нет, Кирилл, я тебе не верю. Нет, ну, Кирилл, где? Так, я бы не стал антидот доверять. Собираюсь, это видишь его на карте. Настя! А ты на кнопке? Ладно, забирай. Че? Да не, все уже, не важно. Мы тут втроем, вчетвером уже бегаем. Да. Да тут стоит, я вижу. Да, так, да, если что, я могу трекер, проверить кого-нибудь. Не трекера, а это чекера. Можешь проверить кого-нибудь? Я бы проверил Илью. Только не меня, пожалуйста. Окей, только не меня. Только не меня. Не, если Кекс просит, значит его не надо. Ну, в смысле, просит. Он а просит, я не понимаю. Что за наверх, он просит, второй. Чтобы его Джос, не Джос. Успокоился. Да, да, давайте я не против успокоиться. Давайте фомби проверим, а? Что-то да, давай, давай, давай. Вот, Джос, проверь, я за тебя развернись. Развернись, ты вот ты я за тебя. Уверенный, ты ну давай, позже. Проверяй. Ты больно уверен в себе, это не ты. Ну так потому
потому что я тебе говорю, я уже на 100% понял, кто у нас здесь один. Я подозреваю Кейка, он что-то машинит. Понятно, короче, Джуз хаотично, начинает всех обвинять. Тихо. Блин, мне показалось, превратился. Да, да. Так вы Джусу еще и отдали, что ли, машинку? Вы че, рофлите? Это Джус. Я готов разменяться с ним прямо. Зачем? Ну не стреляй. Давайте его оставим. Тут пусть в Ярде умрет и все. Доказательств нету. Ну... Кто бежит там? Блин, побежали на выход, там договоримся. Я вас фоткал на всякий случай. Спасибо. Так, ну че? Проверяй, Джус, Фомби, проверяй. Ну, а где нет, Фомби? Стоп, кого, подожди, кого нет, Фомби я... гнал на Джуса, давай, иди, вот, я стою, давайте. Илью, вот, не, пусть Илью проверит, или Факер, давай, Илью, да. Или Факер, выбирай. Давайте Илью, давай. Джус, иди и проверяй Илью или Факера. Меня. Тебя проверять? Да? Проверь Факера. Да схерали бы я тебе отдавал Рейкер, подожди, ну кого, Факера или Илью? Илью. Быстрее, Джус, ты что время тянешь? Давай, проверяй Факера. Стреляйте по Джусу, я еще не хочу. Он не проверил Илью, я хочу заметить. Херали бы он... я тебе отдавал трекер, если бы я был... Он ему говорят, проверь Илью. Он тянет Илью, время, я говорил. Он просто тянет время. Минус, давайте минус... Я же сказал, проверяй, ты проверил? Ну, я хочу... Давайте Джус минус ним. Ну не успели теперь, нихера, блядь. Просто как можно так тупить? Мы его убить можем, он ни крови почти не съел. Я его подниму. Если он превратится, мы его убьем. Он забрал кровь прям при мне. Что за дичь? Давай, мы тут его до утра прождем, подожди. Почему он решил забрать? Давай, превратись. Давай, чё ты? Подожди, сейчас, дальше. Ага. Ой-ой-ой. Так, поднимай, Кирилл, поднимай. Где он-то? Куда? Вот он лежит под тобой. А, он лежит тут? Поднимай его еще раз. Да. Так зачем? Сейчас у нас опять расстреляют. Да никого не расстреляет. Превратился он. Он превратился. Побежал от нас. У него 10 секунд. Он пошли за ним. Попал. Добил его. Так это что он? Фоточку. Это нет. Это Джус хочет. Он меня жрет, блядь. Что происходит? Джус, убей. Убиваем его. Пьердак второй. По мне пердак отрабатывает. Это не я. Джус, живи, я не успею выбежать. Или успею. Джус пошел через вторые ворота, кто там я бегает? Я успел, фух. Так, ладно, нам надо 2-2 разыграть. По-моему, Джус умер. Кирилл, они вот здесь будут, пойдем. Ты же умер, да? Джус. Пьет слева. Вот Джус есть, Джус жив. Стреляй по нему. Не попадаю ни хера. Кирилл, он по центру, ровно по центру локации бегает. Ты это вообще не дамажишь, что ли, или что? Выстрели в него, быстрее, блять, вот я стою. Что за говно, а сырое? Ёб твою дивизию, не мать. Я не вижу ни хера, подождите. Да идите в анус вы! Все, я добиваю, у меня платят. Чё за дерьмо? Ой, просто дичь. Я типа у Ильи 1 хп остался, я ударил по нему с правой, ну, это с ножа, и его не задамажил. За мной, дуй. Гекс ещё живёт. Да, за мной. Такой пасос. Я его не вижу, смотри. За мной бежи. Но он успеет. Не, да это отстой какой-то. Почему, Илья, у тебя 1 хп, почему ты не умер? Он нож тут не наносит урона или что, я не понимаю. Фу, я не видел, блин, какая потная катка, ёкарный бабай. Да какая потная, тебе потная, в Джуса не могут выстрелить, потная. А если бы это был Кекс, я бы моментально выстрелил, даже не слушали бы ничего. Мне надо было просто Фомби, я не тупил, я не хотел его проверять, понимаешь, они бы сразу его... Я не видел, сколько у меня хп осталось, нож снимает 2 хп при ударе человека по человеку. 2 хп? Кто скринил, когда я сказал, он Илью такой, Илью, не проверять, я говорю, скриньте, Илья и Джус, короче, после того, как, да, Джус проверил меня, когда я ему дал трекер, это было понятно, что это он один из них. Но он еще с Ильи так типа съехал. Проверить. Я вот натупил маленько, да. Надо было Фомби проверить. Ну че, интернешнл?
Не-не, пред-интернешнл. Ну я в самом начале был уверен, что Илья, он так осматривался. Да конечно, блин, когда ты собираешь кровь, тебе хочется по сторонам всегда посмотреть. Это супер парно. Я тебя так спалил раундом раньше, когда ты выходил. Ну да, да. Поэтому надо всегда по сторонам смотреть. В итоге там не монстры бегают за людьми, а люди за монстрами бегают по камерам. Да, мы гнали его, но мы его всю ночь держали внизу и все равно ничего сделать. Так что у меня был баг, наверное. Я не знаю, может это не баг, а особенность моего персонажа или еще что-то. У меня, я выпил, короче, кровь. И после убийства Кекса у меня стала бесконечная кровь. Ой, не Кекса, а Фомби. У меня вообще бесконечная кровь. У меня тоже была бесконечная кровь. Это, видимо, там жажда крови какая-то. Я не знаю, как это. Да, у нас может, когда дверь открывается так. Возможно. У меня была полная кровь. А, да, наверное, в конце, типа ты. Ну, то есть, там, если ловишь, а, может, поэтому и Настя в тот раз тоже много убила. Да, да, и она смогла 2х съесть, хотя, ну, у нее было меньше крови. Там, видимо, просто фул кровь всегда, уже когда двери есть. Ой, так что, твою мать, я опять незараженный. Как меня вот эти бесит, незараженные? Он зараженный, инфастор. Он незараженный, господи. Это очевидно. Блин, я же говорил, каждый раз я говорю, что я незараженный, я незараженный. Ну, в этот раз ты прям взорвал. Слышь? Теперь ты мне дай. Эй, Шус, а ну вернись. Чего тебе включить? Чего? А ты будешь меня проверять я потом? Я включил за тобой. Я не буду ты тебя проверять, но я на всякий случай себе отключу. Ну ты проверь меня для... Настя опять врет. Она всегда врет. Что? Я пробегала мимо, она была включена. Ты чего, прикалываешься, что ли? Ну, видимо, ты... Ну, ладно, я просто могу еще прикинуть, аппарат, что... Аппарат, хорошо. Тут трудно различить включенную и выключенную. Не, почему? Ну, а кто, по-твоему, ты бежишь первая? Кто ее включил, если ты не стала? Ребят, тут есть шприц, надо полутать. Кто-то передо мной пробегал, потому что я же бежала за кем-то. Вы про кровь говорите или про выключатель? Не важно. Про выключатель. Я за кем-то бежал, ну, типа, из комнаты, и кто-то мимо пробегал. Не важно, о чем мы говорим. Я сделал свое. Какие выводы? Ну, явно не позитивные. Что за машина на меня? Так, нам это надо найти выход. Нам уже надо выбирать. Жус, что ищешь, Жус? Патроны. А, патроны. Так где здесь выход, блин? Какой выход ты ищешь? Его еще нет, ты чего? Наверх, ты пойдем. У тебя другое меню, и ты типа думаешь, что уже есть выход? Пойдем наверх. Так, я возле двери. Ты слишком мало был трейтером, походу. Кто? Я возле двери стою. Ну, Илья, потому что нету такого вижна никакого. Ну, я не знаю тогда, что ты думал. Так, я с Настей, она, скорее всего, трейтер. Так что, если я вдруг замолчу, то это она. Обязательно. А кто блондинка? Я просто стою возле двери. Я. Одна ты, другая, не знаю кто. Я. Это Кейк. Я блондинка тоже. Что? Я думал, так, он выстрелил. Что, так, может, проверить кого-нибудь? Ну, не знаю. Я бы не стал слежу. Проверять Кейк. Не-не-не. Я с тобой слежу. Кекс, как ты думаешь, Джус может быть этим? Он типа дал мне этот, он дал мне трекер, потому что я его послал за ним. Но... Все живы, Фамбье. Может быть, может да, быть. Да, я жив, молчит, все нормально. Ну, ты попросил, я и дал тебе трекер. Ну, что вот, да. Так, сейчас я точно скажу. Джус, остановись. Нет. Что, мы не союзники? Что? Ну, давай, подожди, я проверю. Смотришь? Будешь я проверять его, будешь? Нет. Давай. Да, ну, да, проверяй. А, в этот раз почему-то крови нет. Не, нормально. Где все? Понял. Где все остальные? Кекс, а ты нормальный? Давайте в зал выйдем. Ну, я-то нормальный. Вот этот вот. Да, кровь не брал, значит... Тут Настя бегает. Здесь уже будем решать. Давайте в самый холл выйдем. Настя подозрительная, просто ужасный факер. Слышите, давайте в холл вот здесь будем стоять и ждать. Не-не-не, плохая идея. Мы помним, чем это заканчивается. Кто-то выпил только что кровь. В смысле? Да, а, вот, реально в центре кровь была. В центре кровь была. Вот, я здесь прыгаю, Настя, я был поднялась. Здесь все это время. Настя. Не Настя, это в центре Насти не было. За угол убегает, кто? Вот, превратился за углом. Это был панк, это пердак. Пердак, я живой, это не я. Убегаю. Это не я тоже, ребята. Убивай его, у него крови не будет. Это не пердак. Херачу тут до утра. Сзади. Блять. Я жив, поднимись! Да ну ёб твою мать! Я вот на двери стою.
Кто жив из людей? Я жива. Я. Меня можно поднять еще 5 секунд. На я, да. Ох, всегда я поднимаюсь. Всегда я. Да, что это, кекс и кто? Кекс и джуз? Блин, всегда меня, я даже стою первым, но меня сзади убивают. То есть, нет, я подбегала поднимать чувака. Факер умер? Поднимается. Кто живой? Настя. Я жива. Он бежит. Блин, так тупо, что ночью он превращается. Ладно, я, видимо, один против двух монстров. И мы его ничего сделать не можем. Ну хотя... Ну да. Ну, мы сейчас можем кого-то убить. Это фомби, сука, если кто-то живой еще. Я живая. Я тут подойдешь? Мы можем его добить прямо сейчас. Это фомби, Настя, если ты не... А, ты монстр, слышно. Настя, как ты могла? Окей. Как ты могла? Да я сразу говорил, что она... Да она так по линии себе... Один против двоих вообще выиграть? Вообще реально один против двоих? Ну смотри, я... Ты нажмешь все, наверное. Я калаш. Но... Я с первой секунды сказал, что фомби трейдер. Вот с первой секунды. А чё так-то? А, из-за того, фомби, что да, сказал... короче, тут надо, понимаете, тут как в реальной мафии, надо, тут есть три ночи, и надо днём точно кого-то убивать, потому что, ну, потом уже не вывести, вот. Ой, как и тут оружие ничего не решает. Оружие это просто, ну, ты зомби убить не можешь, то есть как бы человека убить не можешь с оружием. Это просто иллюзия. Надо по-любому днем голосовать обязательно. Обязательно. Вот меня трахать, мой труп. В смысле, а еще кто-то жив, что ли? Я не понимаю. Нет, просто... На самом деле с голосованием идея хорошая. Если принцип мафии в игре взят. Это полная копия мафии, кроме того, что тут иллюзия стрельбы какой-то. Но тут просто, ну, надо играть как в мафию. Это, знаешь, это стрельба здесь, это способ проголосовать. Да, ну, блин, и... вот да, надо было Настю убирать. Я же понимал, что это она, не знаю, надо было настаивать. Но я боялся, что обидится там Кирилл. Че, Илья, это получается не интернешнл был сейчас? Сейчас. Понял. Сейчас интернет. Но в этот раз я буду настаивать на... решение, потому что если реально вот так вот ковыряться, то это плохо кончается. Так, у нас повылетали. Нет? Вылетели. Да, мне похоже, я вылетел, у меня не выходит. Кекс и Настя вылетели. Да? Сейчас перезайду. Я, мог... да. И я вылетел, меня тоже, вылетел, я вылетел. Я... Меня добавьте тоже, пожалуйста. Сейчас кину инвайт. Я кекс инвайт, но... Я вышел спать, надо пересобрать, наверное. Можете сами пересобрать, я тогда тоже ливну. Я не могу пересобирать, потому что у меня на русском. Так, фомби джуз, я... Вот, короче, я Мишаня пригласил, я к ним захожу. Я забыл, как ливать. А вот. Да не-не-не, мы все к тебе зашли, Миш, ты чего? Сейчас иджу, я Кейка приглашу. Капитан, да? Так, Кейк здесь есть. Да, приглашай всех. Ну, Иван здесь. Так, я еще, да? Я могу присоединиться просто. У меня почему-то два фомби в команде. Я присоединилась. Да, это не важно, на самом деле. Мы так уже стартовали. Все тут, да? Поехали. Не-не-не, я только залетел. И не, нет, погодите. Вы стартанули, что ли? Нет. Блин, у меня что-то... Да, у меня что-то... тоже два фомби, это какой-то... Давайте перезайдем все в игру просто. Ну давайте я выйду. Не, все перезайдем и точно стартанем. Да. Ну выходите тогда все из группы. Я ливнул из группы. Я ливнул из игры. Я тоже. Кейк пусть инвайдит. Я не могу, Кейк, у меня... спасибо за подписку. Кейк. Чё, я не делал? Это не я, это не я был! Это ты, это где ты! Где ваши доказательства? Это ты, чат видел, чат свидетель. Нет. Я только два человека могу заинвайтить, ребят. Бля, мне вот кекс, а как всех остальных. Я сейчас я зайду в игру, если у меня будет этот. У меня просто автомейшн написан, теперь не запускается лаунчер ни хрена. Ни у кого такого не было. Там все запустилось. Steam надо перезагрузить. Частенько он подлагивает в последнее время. Ага, так кекс собирает пати, хорошо, захожу. Да, ой, кекс еще раз, пожалуйста. Так, я Мишань тебя сейчас приглашу. А вот можно. У меня кексы не заходят, я не знаю почему.
Я не заходил, Факер же там покупал что-то, надо у него узнавать. В смысле, как разблокировать что-то? Или тест просто... subject нажимаешь, у тебя справа внизу написано open grade, crates или что-то такое. А, да, открыть ящики, штучно. Открыть ящики. А да, я открывала ящики, там что-то какие-то экспа или что-то такое. Ну, иногда экспа, иногда какие-то шмотки, я себе full set вроде всех пригласил. Собрал сейчас. Да, да, вот наконец зашло. Во, у меня тоже. Подождите, я ящики тоже открою. Глаза. У меня, кстати, нету прорисовки вот этих вещей. Тупо пустое место. Да, анимация шикарная. Да-да-да. У меня шляпа лепреконом будет. О, реально. Блин, а лепрекона очень легко собрать. Ну я... Ну извини, тут как бы... На мое имя записан этот лепрекон. Как бы, конечно, ничего, ничего личного, но похоже у нас много лепреконов будет. Я понял, короче. Вот вы все и попались, пидоры. А до этого в открытую был только я. Че, стартуем или че? Сейчас, секундочку. Я, сейчас я короче, так, блондинка я в костюме лепрекона. Да-да-да, я жду старта. Да блин, Фомби прям не хочет без меня, ему опять хочется следить, что я делаю, я честно. Я как не начну, все время оглядываешься, он где-то рядом. Все, интернешнл, Ластецкая. Бред, Ластецкая, мы же только вылетали, нельзя сразу Ластецкая. Нет, нет, Ластецкая, Ластецкая. Надо разыграться сначала. Не-не-не, хватит. Как раз в 11 закончим. То есть ты сейчас будешь 20-м левелом и на этом закончишь, серьезно? Мне не слишком страшно закончить 20-м, когда я вижу, что ты сам 19-й. Ну я 19-й. Блин, я лепрекона выбрал, у меня ничего не прогрузилось. Как знать, кто еще? Может быть, я закончу 18-м, а ты 20-м. Ну, быть может и так. Да, блин, у Фоми по диперке еще есть, я перки не могу набрать из-за того, что я... А я тоже не могу, у меня ничего нет. Трансформировать телефон. Тут они, я там... так понимаю, прокачиваются каким-то образом, я не понимаю особо как. Ты выбираешь ну, да. Нижнего, тир один слот, и просто нажимаешь открытый свой перк, чтобы он выделился. Я на 10% быстрее бегаю ночью, но это как бы не особо роляет. Там ты... У баб белобрысый перк, чтобы ты типа не знал этот самый. Чтобы приборчик на тебе глючил, это же вообще дичь, блин. Что он неправду. Так, кто там стоит? Я. Дай возьму. Просто... Поможешь? Нет, ты, наверное, Настя просто стояла. Дайте мне фотик. О, нифига тут прикольно. А, нельзя сюда идти. Факер, слушай, Джуз. Чили прикольно, твою мать. Не, Джуз человек, я его проверил только что. А кто так быстро проверил? А вот. Нет, он не проверил, я думаю. Слить на Джуза. В смысле? Никому не сказав. Да не хотите не верьте, убивайте. Нет, Джон, спасибо большое. Добро пожаловать. Что так прохладно, на самом деле. Здесь... Так, я, пожалуй, тогда отслеживание может, на кексу повешу, раз такое дело. Это Джуз и Кекс, предлагаю убить обоих, да. Не-не-не, но я Джуз слышал, что юзается эта штука, я слышал... Ну, а звук слышал? А кто тут голый бегает? Что за бред? Ну вот. А что это значит? Я что за лепреконы? Я вас боюсь. Может быть, ты отменил? Нет, ну я-то полный лепрекон. Я не уверен, что это можно отменить, на самом деле. Сигнатурная игра Ивана. Патроны вообще не могу найти. Я все собрала. Так, Настя собирает. Джуз, вообще нам с тобой вдвоем надо было играть, если что, сейчас. Да, у нас какие-то шмотки, у меня ничего такого нет. Всем бы лишь бы меня обвинить и убить, я понял уже. Да на самом деле я не против, если тебя убьют и обвинят, мне, если честно, насрать. Так. Ну ты же струмер. Да. Так, я выход нашла, давайте ко мне на зеленую шляпу. А зачем? Блин, чтобы ты нас там всех убили? Чтобы выйти? Залить. Чтобы нас всех убить? Подвисла. А уешка? Не мешай, нормально. Не, там только у трейдеров подвисла. У меня игра подвисла, короче. Кто? Это выход? Да я. Ребят, анонсирую. Кто там бегал, лепрекон, кровь лутал. Анонсирую. Сейчас день. Джуз мирный вылетел. Нам нужно точно найти мафию. Надо всем собраться и найти мафию. Мы бегали. Поняли? Так, Фомби, ты уверен, что лепрекон какой-то собирал этот?
Потому не, что не, я не уверен, я ничего не уверен. Я вас нашла. Я если честно ничего не видел. Не, я ничего не видел. Вы чего? Я видел, я верю только Насте. Я Кексу я, особо не верю. У меня тоже игра вылетела. Да. Ну, короче, это... Ну, это типичный интернешнл, на самом деле. Типичный Илья в Фомбе, похоже. Малайзия. Все, давайте. Что делать? Малайзия. Кекса надо убивать. Конечно, кекса. Просто так убивайте меня. Настя, стрельни. Ну, типа, я думаю, что закончится на этом. Скорее всего, он жусом был. Да стреляй! Хоть бы раз правы оказались. Ну, блин, ну ты шутишь. Я понимаю, что кекс тебе дорог, но... Слушай, а если ну, они вдвоем? Быстрее закончил. Да нет, он с шусом был, скорее всего. Поэтому и не закончилась игра, и он, типа... Хер знает. Я буду вести статистику, типа... Ой, я стригуль просто этой игры, меня убивают из-за тех, неважно когда. За мной бежит! Я не вижу. Кто с тобой бежал? Кто с тобой бежал? Зомби или кекс? Почему я постоянно трейдером играю? Интернет, ну за... все, а кто-то сказал Фомби и пердак, скриньте. Кто-то скринил? Скринил, нет? Кто-то скринил это или нет? Я не скринила. Кекс все время пытается перевернуть проигранные игры, как будто он выиграл. Он типа всех раскусил еще от того, как мы... Так а тут все равно не выиграют практически никогда мирно. Я так просто... Да понятно, двое вылетели. Не, но я считаю, что International не должен быть с двумя вылетами. Ну, предлагаете Ластецкую, что ли, зарубить? Ну, надо собрать. Привет, Ластецкую, привет, Интернешнл. Привет. Я сейчас игру перезапускаю. То есть это квалификации все это время. Ну, кекс не проходит квалификации. Получается, что так. Опять, что ли, собирать надо? Давайте вот Ластецкую, чтобы красиво было. Давайте я попробую собрать. При мне меньше всего вылетов было. Мне кажется, тут как-то это проляет. Все, давайте красивую Ластецкую. Только надо, чтобы кто-то кекс, надо, чтобы ты Джуса позвал, а тот через Фомби зашел. Не-не, Фомби зовет, кекс зовет Фомби, Фомби зовет меня. Угу. Вы не хотите со мной дружить. Угу. Но оно-то понятно, на самом деле. Никто не хочет. Так подождите, еще одна пати? Какой у тебя левел? Ты там рассказывал, что я буду 20-й. У меня 20-й, но это же был не International, еще все впереди. Ну, да. ну ладно. Так я не понял, мне к кексу присоединяться? Да. Я не смог присоединиться. А мы в одной пати. Блин, сейчас, Миш, еще раз. Я подумал, там другая пати собирается. Давай еще раз. Не получается, перезахожу опять в игру. Ну у нас тут два Фомби опять, потому что... А, нет, два... Три давайте пердака я выйду у нас. Тогда. Давайте ну, я давай выйду. Сейчас Фомби перезайдет, и я уже перезахожу. Я сейчас по-быстрому перезайду. Так, окей. Давайте я еще раз умываю. Может, кстати, такая беда из-за того, что реально в друзьях нет друг у друга? Не, я да думаю, вряд ли, это... вряд ли. Это... Особенности раннего доступа. Да. Так, я зашел. Я тоже зашел. Лол, тут реально какой-то лор игры, вот из этих записок надо читать. Где лор игры? Профайл, и там дайры, дневники, короче, записки. Кирилл, если что, можешь закидывать мне приглас. Я уже сплю просто. Ну, поэтому это и будет International, а не предластец. Пред International. Да ну ты уже спишь, ты уже не можешь. Да я сплю в меню, потому что не я собираю, я как бы расслабился. А сейчас ну, на максимум играть. Сейчас. Я считаю, что это International. И надо на этом заканчивать, потому что уже долго сидим. Важно. Ну, я вылечу. Блин, эти дневники невозможно прочитать. Все, погнали. Вот она. Погнали. Решающая карта. Ну вот я и вылетел, как я обещал, походу. Серьезно? Ну у меня что-то подвисло, короче. Да тут можешь не отменять, оно не отменяется, к сожалению. Отменяется все. Загрузка не пошла? Подожди, а Кирилл... У меня зависло, я нажал на негритянку. Блин, интересно, а ранг не снимет? Ты доиграй тогда, мы подождем. За ранг переживаешь? Да мне вообще по барабану, честно. Да, по барабану уже 11-й. Постоянно спрашиваю. Так, ну чё, выливаем, да? Сейчас ну, я перезайду. Да. Чё я спрашиваю? Первый раз спросил. Вот накинулись на меня, ни разу не спрашивали. Ой, как обычно, он мошнит за ранг. Поливайте. Посмотрите. Я люблю.
Вот, кстати, я в тот раз вот точно так же. Короче, игра зависла, и ее никак не выключить. Просто никак. То есть ты опять перезагружать компа. То есть мы ждем перезагрузки компа и потом International, да? Ну как на International можем... не бывает. Можем, типа. Ну, я не знаю, что делать. Вот она вот так вот. На стриме все видно, если что. В прошлый раз точно так же повисло. Не, ну раз на стриме все видно, то тогда никаких вопросов. Вообще вопросов нет. И Джуз такой рядом туда. Да. Так, ну я перезагружаю, короче. Ну я не знаю, если у меня комп опять повиснет, чё вы... Как, чё? Не, ну Ластецкую мы сыграть успеем. А, как его? Три. Надо комп прям перезагружать, два. Что ли, чтобы вот это... А, я пока разобью пати. Ну у вас не висло, что ли, эта игра там происходит? А ты Ctrl-Alt-Delete пробовал нажимать? Это за капитанию немножко. Я винду переустанавливаю сейчас, подожди. Понял. А вы смотрели какие-то... шмотки на этого кракозяблю. У него тоже есть ходы. Да, но они сет лепрекона есть. Там рога прикольные. Здесь, блин, фулл сет лепрекона только. Я не понимаю, к чему это. Ну, блин, может, фанаты Факера делали игру. А, нет. Может, она поэтому так херово играет, работает. Типа Дню Святого Патрика, наверное, приурочен. Там же недавно религиозный праздник был. Блин, я перезагружался и порно на столе запалил. Как неловко. Ну, гейская? Нет. На самом деле, если не детская, то я на твоем месте забил. Да, потому что один же чувак, блин, как его, какой-то стример был, который в поисковике начал у себя на компе прописывать какой-то текст этого, ну, какого-то файла, а там Siberian Mouse у него вылупилось. Ну, я промолчу про одного человека, который с нами сейчас в конференции сидит. Ничего не скажу. Про Джуса ничего не скажу. А, так это он и был, что ли? Не, у меня, короче, у меня, типа, приглашайте чувак меня. Переименовал Че, папку, ну, важную, да, через удаленный стол, назвал ее Child Porn. Я играл с Карим, потом сняли какую-то... Не, серьезно, чисто, да, правда. Да. Ну да, ну короче, не важно о происхождении папки Child Porn, но факт в том, что она была. И что в ней было детское порно еще. Да, сняли клип, короче, и отправили там какому-то ютубчику популярному американскому, и он там засунул свой... В общем, 100 тысяч посмотрело, где я там в Скайриме сворачиваю игру, мне там папка Child Porn. Такие дела. Понятно. Хорошая отмазка. Да, да. Потом я оправил. Так, а что по приколу? Вот я никогда ничем таким не палился. Фомбия, инвайт. Ну, еще не вечер, Кирилл, еще не вечер. У меня на столе лучшие рампашки Немезиса были, вот мне стыдно. По-моему, это хуже, чем детское порно, за это казнь. Ну, я признался, помилование. А можно приглашение, пожалуйста? Пожизненно, условно, как бы. А из Челябы выезжать тебе больше нельзя? Не, ну, как бы... По миру хотя бы, эти кота. По миру. Так вот почему за пределы планеты. Мажоры, я понял. Вот оно что. Давайте фонд. Все нормальные люди с Лимисом. Давай, инвай. Что? В смысле? А что мне делать? Я в пати. Ты инвайте в фонд. Ты еще не перезагружаешь комп? А, комп надо перезагружать? Все, сейчас перезагружу. Я не знаю. Блядь, кинь инвайт в фонде. Нет. Так, сейчас Мишань кидаю тебе инвайт. А, все, Кекс он домашний, все хорошо у него, правильно? Да-да-да. Наконец. Ты, главное, не нервничай. Я не нервничаю, вообще не нервничаю. Все, хорошо. Все, International начинается, надеюсь, в этот раз. А заставка будет? Можешь фанфары какие-нибудь включить, если ты стримишь. У меня есть, кстати. Аналитика будет вообще нет? Это фанфары? Не делай так больше. Аналитика у нас факера. Это монстр. К сожалению, в этом году не оплатили, поэтому не будет никакой аналитики. Че, серьезно? Это что, серьезно ты сказал? Да. Ну это ж киев-мажор, зачем там аналитика? Игроки там, посидят, поедут. Там весь зал Зато я купил билет, ничего не знаю. Домашние аналитики, весь зал. Да лол, конечно, будет аналитика, но правда не со мной. Эх, слава богу. А кто будет анализировать за место тебе? Наверное, баба какая-то. Баба не выйдет. Опять баб набрали сисястых. Бля, вот вы как вы в мафию вообще играете? Вы ведетесь на такую эту чушь. А мы не. Да вот так и играем весь день, фак, если ты не заметил вообще-то. Вот так и играем. Никогда в мафию не играл. Так, все. Это заметно.
Это что, это уже ластецкая? Или... Это предластецкая, да. И я и Насен, сука, я иду все хвалить, короче. Идите сюда. Кто кровь съел? Это же... Кто, откройте мне дверь. Да что все сразу я-то? Почему? Здесь есть такой... этот детектор, проверить можно. Давайте, проверяем. В душевой. Помните, где душевая? Давайте проверим. Я здесь. Она горит, Настя, когда ты ее приоткрываешь. Все, пойдем, Настя, пойдем. Я не буду проверяться. Блин, я бы этим лепреконам не доверял, на самом деле, ну я ладно. Я не хочу проверяться. Илья потеет, сказать. Это Ластецкий, он потеет, надо я его проверять первым, я считаю. Я не верю во все. Взять тебе трекера беру. Я не пойду, пошли. Вон он, Илья убегает, надо его проверить. Находите его! И проверяйте его, принудительно. Я не хочу! Просто проверяйте! Стой, блин! Кекс! Это кекс! 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 Вы вырубайте кекса! Ага. Я бегу за ним, ребят. Это кекс. И он еще бежит за мной и стреляет в меня, я не рофлю. В смысле, я не слышал выстрелов. Я выстрелов не слышу, лол. Он бежит, он. Значит, Фомби своим, блядь, дурацким. Проверяю. Нет, не верьте ему, я все время с Настей был. Он бежит по кругу, ребят. К фотоаппарату бежит. Он около фотоаппарата. Стреляет по мне! Я еле. Он меня. Вон упал один человек, упал. Это кекс, стреляйте в него, голосуйте. Он убегает, он сюда убежал. И крыса. Да не беги, кекс лежит, кекс лежит. Все, вон, стреляй по нему, стреляй, Настя. Зачем вы стреляете? 10 секунд. Давай, голосуем, быстрее, еще кто-нибудь. Быстрее, я пытаюсь успеть. Это не я. Он все равно ничего не... Он пропикал этот, это он, короче. Хорошо, успели, главное, что успели. Настя, почему? Я на всякий пожарный. Там черепок был или токсичная метка? Да, черепок был. Черепок — это человек. Вот и просто ровно. International. Так, что, мы выход-то ищем? Ну да. Взяли и заруинили. Снизу слева, Настя, у тебя пишется, кто он. Ты первый раз им пользуешься? Там показалась эта метка вот эта вот красная. Красная или белая? Красная. А кто это без футболки? Всё, почему ты черепок говоришь? А кто без футболки? Красная метка. Бежим. Пердак. Погодите, Илья что, живой что ли получается? Нет, он... Сейчас пристрелим тут. Убейте его, пусть задохнется, алё. Вы не туда идёте. Убейте его, пусть задохнется. Сам задохнись, блин, это кекс, чуваки, Настя что. Убейте, он очень хочет выиграть. Куда пошли, алло? Вы сейчас умрёте. Я выживу. Пойдём, фак. Пошли. Нам надо быстрее найти Илью и убить. Вот он бежит. Ну убивайте его! Ты же сама его проверила. Куда ты пошел, Кекс? Ты вправо или влево пошел? Я в центральной комнате, Настя, в этой. Кекс, вот, Кекс, я прыгаю. Чего ты в меня стреляешь? А почему Кекс? А почему? Где он? Его проверили! Вон, на втором этаже он поехал. Сверху лежит! Ты не проверяли меня, вы чё? Убей, проверяли его, он врет уже нагло. Убивай его. Я, Настя... Да как же пройти тут? А чё я так непонятно лежите? Один сверху, другой снизу где-то. Как тут пробежать? Я вообще ничего не понимаю. Они думают, короче, это Джуз. Только. Это Джуз. Он кого-то только что положил, я видел. Так, я не положил. Я стрельнул в этот. Да потому что... Вот если бы это был Кекс, все бы моментально выстрелили. Вот почему, блин. Превращается, слышу. Он меня уже сожрал. Пердак. Ну, блин, Илья, ну ты не выиграл. Понимаешь, ты не выиграл. А чё так быстро умираю? Понимаешь, Илья? Привет. Вот мы поговорим с тобой на один. Нет, зачем нам говорить? Я не выиграл. Я ничего ой, не говорил. Ой, ты меня сфоткал, исчез? Ну твою мать. Конечно, с чего бы мне выиграть ее, если это не я. Бегаешь тут, машнишь. Невозможно, амёбки, просто амёбки. Ой-ой-ой-ой. Блядь, меня жрут, сука! Умри, в муках. Ой-ой-ой, Кекс, как же ты не понял. Давай. Ну куда ты бежишь? Давай. Ты отжираешься, да? Ну давай. У нас, как, сука. Как сукин сын. Мне нужна помощь, мой напарник мне не помогает. Да, это просто вообще. Чего тебе надо от меня? Отстань. Ребят, ну господи Иисусе, ну у меня слов нету. Я не знаю почему, мы стреляли в него. Проверили, сказали, ну вы не можете просто пострелять, что ли, или чё? Как маленьких детей. Я пиралась за поэтому мне... стреляла, а меня кто-то со спины убил. Да они, блин, ну... Как только я, причем невиновный, все, быстрее, ну, Кекс, ладно, Кекс, ну, надо было, ну, Кирилл, ну, успокойся, ну, надо было Илье дать хотя бы разок выиграть, ну, и подмахнили, да, ну, чё-то, ну, надо на было. Смотрите на свои ранки, ребят, только Фомби играл лучше, все понятно.
Как детишки? Молодец, фак, вообще просто. Че, все, не будем больше? На Rainbow Six и Предластецкую. Ну, Кекс не умеет уходить побежденным. Может, этот... Да просто рано еще. Может, это International Автопати? Нет? Не-не. Короче, что за автопати? Я что вам предлагаю? Кекс, ты можешь реабилитировать себя в глазах людей, если ты хотя бы до сна выиграешь хоть одну катку в Battlegrounds? Серьезно. Не, я не хочу Battlegrounds. Тогда не знаю, тогда ты опозорен. Если только толпой, вчетвером, то впятером можно, но, типа, у меня час ночи, я бы еще часик вот поиграл, У кого есть Battlegrounds еще? У меня нет, к сожалению, я куплю ее только, она через 3 дня выйдет, по-моему. А, ты ее уже сразу... Ага, вот так, да? Такое не играю, в такое не играю. Ну, я не знаю, жалко, мне понравилось, я стримы посмотрел, мне понравилась игра. Обидно, что Кекс такой слабый, я бы тоже сейчас... Ну, поздно уже. Виномансер раздулся. Ты, то есть, спать не хочешь идти, но играть не хочешь, да? Я правильно понимаю? Миша, Кирилл, Леша, Иван, Настя, спасибо за игру, всем спокойной ночи. Спасибо, спокойной ночи. Да, спасибо вам за игру, ребят. Это было круто. Да. Давайте. Все, да, да. А что делать? Столько одному могу тебя пару раз сделать, хочешь? Давай в это, давай в гвинт лучше. Не, в гвинт не хочу. Ага. А ведьмака. Ладно, все, парни, все, давайте. Первую часть, ну вот, типа основной, да. Спокойной ночи, ребят. Все, удачи. Давайте, пока. Так а ты будешь эти каменные сердца и кровь? Ну да. Но я думаю, типа, с какой начать и. Но начни с каменных сердец, там анальный. Хотя я не знаю, ты Имлериха быстро убил? Имли... А кто такой Имли? Который ванш... ну, типа, стреляет там молниями всякими, да? Не-не-не, Имлерих — это который тусовался с этими... Ну, на, в белой... Не, как это? Гора... Лысая на гора. На льду, там. Короче, с ним, да? Да-да. Не, на льду... А, на горе... Не, не, на горе в первой трае убил его. Первая трая, блин. Ну ладно, это я через знаки играл, я его не мог убить, блин. Ну, я не знаю, у тебя... У меня там жопа сгорела с на каменных сердцах, типа с одного босса. Поэтому не знаю, тебе может быть будет интересно, а может быть ты его быстро пройдешь. Да, боссы в этой игре — это так, приложение, то есть я бы в сюжет все-таки поиграл. Но в каменных сердцах неплохой сюжет, но он, знаешь, он как не дополнение выглядит, каменные сердца, а как будто вот типа, как будто ты проходишь ветку квестов с бароном или еще с кем-то, то есть типа, ну, как будто это сюжетное, но, ну, короче, там, на 10, я за 10 часов прошел, 10 часов мне потребовалось, вот, а Кровь и вино — это уже полноценное дополнение, это типа отдельная лока, очень крутая, мне прям вот больше всего нравится сейчас находиться в Кровь и вино, там столько рофлов, столько всяких прикольных этих, и гвинт есть еще с новой колодой. Гвинт — это самое важное. Я за последние 2 стрима, не знаю, раза 2 и сыграл гвинт. Вот. Ой. Там гвинт я закончил, и, к сожалению, его больше нет. И это плохо. Ну, я понял, я понял. Ну ладно, спасибо за игру, ты что, пошел сам дальше стримить тебя? Да не, я, наверное, буду офф сегодня, я не знаю, я что-то мне как-то меня... Ну, типа, игра прикольная, но я как-то утомился немножко, поэтому, я не знаю, наверное... Я вот у меня следующие, там, 3 дня осталось, 3 стрима по, ну, какому-то времени я буду Ведьмака допроходить, потом в Китай свалю. Ясно, ясно. Ну, удачи в Китае, на даке или что там, да? Ну да, да. Я буду ставить ставочки по вашим прогнозам, так что плетью бей там аналитику, короче. Хорошо. Вот. Ага. Все, спасибо большое за игру, фак. Да, давай, да. Пока. Давай, пока, поиграем. Вот. Ну все, ребят, на этом заканчивается стрим. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, на Инстаграм. Приходите на стримфест и увидимся с вами. Не знаю, когда. То есть не завтра, скорее всего. Может быть, видосики подрублю. Ну, короче, ребятки. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Завтра мне надо до 6, прям я на работе, короче, до 6 вечера по своему времени. Поэтому видосики, может быть, ну, короче, скорее всего, не завтра, ребят. Завтра отдыхаем, вторник, возможно. Вот, напоминаю, что это было сейчас, по-моему, уже 10 или 12 день подряд мы стримим в честь марафона по Оскару. Вот, собирали ему и... Теперь надо немного отдохнуть. В понедельник мы точно отдохнем. Все, ребят, всем спасибо большое за просмотр. Счастья, здоровья, целую в животики. Не будьте токсичными такими, как... Ну, это я, ребят. Все, всем пока. Увидимся. Кто не подписался, тот стал токсичным на 5%, ребят. Так что подписывайтесь на группу ВКонтакте.
А, стоп! Подписчиков! Ёб твою мать. Так, ребят, поехали. Сенчес, Нига, Ласка, Хуго ТВ, Пиксикил, два раза, Шики Тейк, Антидот на троечку, спасибо большое, 3 до 68, Лорд Вейдер 86, Антохач, Кемпер Дуо, Сегар Про 2010, Раз 358, Кот Вайнот, Just the TV, Джеймс Рейнер 5, Костолом, Самурай, Джиджей Вадим, кстати, в челябинских клубах играет, Овел 232, СМК 252, УИВ Инсайд, Летфуд, Украин Фокс и N174-219. Ребятки, огромнейшее всем спасибо за подписки, благодарю. Если вы хотите услышать алерты, моментальные поздравления с подпиской, подписывайтесь на соло-стримах, когда я не играю в Ведьмака, например. Хотя на Ведьмаке алерта нету, но как бы я сразу говорю. Вот. На таких стримах, видите, тяжело. 4 человека стримит, и как бы, ну, некрасиво будет. И много времени для... Все, всех целую. Пока. My eye, I lift my head.